Добрий вечір, шановна громада, шановні гості, шановні експерти, усі, хто разом з нами по цей та по той бік екрану зібрався на програмі «Контраргумент», щоб взяти участь в обговоренні найактуальніших питань нашого життя, як це зазвичай відбувається на телеканалі «Миколаїв» по четвергах о 19:30. Я хочу сказати, що практично жодної проблеми, яку ми тут обговорювали, чого б вона не торкалася, не можна було б назвати якоюсь прохідною, не можна було б сказати, що це щось таке, що не варте вашої уваги. Але сьогоднішня тема, я впевнений, не лишить, не тільки не лишить байдужим нікого, але й викличе справжній шквал коментарів як протягом програми, так і після неї. Адже говоритимемо не просто про армію, а про ті негативні явища, що зараз в ній відбуваються, про так званих аватарів, про тих, хто у мирні часи, скажімо, потрапив би у поле зору міліції, а зараз не потрапляє, на жаль, до поля зору нікого, ані воєнної комендатури, ані міліції. І з таким чином, вільно чи не вільно, але справляє враження і про всю, тобто створює враження і про всю армію. Ніяким чином не ставлячи під сумнів героїзм переважної більшості тих батальйонів, тих військових, які захищають нас з вами від російської агресії на Сході, тих військових, які справді живим щитом зараз стали між тими вежливими чоловічками та нами. Ми все ж таки хочемо поговорити про тих, хто поплюжить їх чесне ім'я, і поговорити саме для того, щоб ці окремі випадки не ставали ознакою всієї нашої армії. Адже якщо ми говоримо про проблему, якщо ми визнаємо, що ця проблема є, то ми вже починаємо від неї позбавлятися. Зараз, перш ніж представити наших гостей, за традицією, я хочу запропонувати вашій увазі сюжет, який і дав поштовх для сьогоднішнього нашого зібрання у цій студії. Будь ласка. Вересня редакційне завдання журналістами миколаївського інтернет-видання «Приступ на стіні» так і не було виконано. На місці дорожньо-транспортної пригоди на трасі під Миколаєвом оператора і журналіста побили люди у військовій формі. В тому ДТП постраждали 5 бійців батальйону «Айдар». Поява на місці аварії відеокамери викликала шквал агресії у військових. Они прогнали наших журналистов, в грубой форме заставили их спрятать всю технику. А после чего одна из женщин в военной форме подошла, уже ребята как бы уходили обратно в такси, она подошла, догнала их и сказала: «Ты что-то писал на мобильный телефон». Он говорит: «Вы ошибаетесь, я ничего не писал». Он говорит: «Дай телефон проверить». Она проверила, что у него там нет никаких записей. Подбежали те же военнослужащие и начали, один из них начал наносить удар нашему коллеге Вадиму Богданову в туловище и в голову. Вот. Ну, собственно, оператор Валера успел его вытащить из этой толпы, посадить машину, не уехали, разбился телефон, вот. И, собственно, нет никакой съемки, ничего не успели они снять, не выполнили, собственно, свою работу, что, собственно, является прямым признаком именно препятствования журналистской деятельности, что предусмотрено статьей 171 Уголовного кодекса Украины. Постраждали від бійців «Айдару» колеги із іншого інтернет-видання, які намагалися відзняти на місці ДТП. А також водій ВАЗу Дмитро Кічатий. Ця тема стала основною під час засідання інформаційної ради за участі журналістів і керівництва ОМВС області. Було два сотрудника ГАІ і один сотрудник міліції. Як позже вияснилось, на місці знаходились сотрудники райвідділу вне форми, і ніхто із них, тобто чоловік 5 як мінімум, ніхто із них не підійшов, не зробив замечання цим військовослужбовцям, хоча представитель власти в форме, это сотрудник милиции, это представитель власти, он в форме, он имеет свой авторитет, и он имеет полное, мало того, что право, так еще и обязанность отреагировать и своим авторитетом заставить прекратить, ну, совершать противоправные действия. Они больше 3 недель уже находятся у нас, вот это первая пятница, где действительно произошли сразу несколько инцидентов. Вы знаете, и в городе Николаев был инцидент. Автомобиль был изъят, поставлен на штрафплощадку, в отношении лица, которое управляло транспортным средством, составлено 3 протокола, в том числе и за управление в состоянии опьянения. Да. И вы знаете, ситуация в том, что по военнообязанным мы не имеем права принимать решения, мы передаем материалы в военную прокуратуру. У військовій прокуратурі факт виїзду на місце аварії їх фахівців підтвердили. Встановлено, що за військовою по базі обліку військових транспортні засоби, які були задіяні під час ДТП, вони не числяться. В зв'язку з чим
Наразі досудове розслідування здійснено органами внутрішніх справ. Слідчі моєї прокуратури розслідують кримінальні правопорушення, пов'язаними така категорія військові злочини. Це 402 по 425 статті Кримінального кодексу України. По заявленню журналіста матеріали внесені в єдиний реєстр досудового розслідування по статті 171 Уголовного кодексу України. І слідство проводиться. І повірте мені, воно буде проводитися. Ви зараз привикли до цього уваги, да і, в принципі, у нас всі ці справи на контролі знаходяться. Відповіді на запитання, чому гальмуються слідчі дії по численних фактах перешкоджання журналістській діяльності, представники ЗМІ так і не почули. Каждый раз, когда мы говорим о том, руководству милиции, о том, что вы поймите, наши дела не расследуются, мы показываем им эти все материалы, показываем, где пробелы работы следователя, что там видеозапись событий они посмотрели спустя 2 года, как это произошло событие, а до этого успели 3 раза уже закрыть дело и так далее, и так далее. И каждый раз нам повторяется одна и та же фраза. Ваши дела на особом контроле, вот мы сейчас их снова поднимем, и снова они будут на особом контроле, хотя в чем разница особого контроля над недособом? Нет никакой разницы, собственно, никто не видит этой разницы, потому что ее, собственно, и нету. На жаль, повідомлень про ДТП, нещасні випадки за участю людей у військовій формі останнім часом не рідкісні. Страждають як дорослі, так і діти. Вони випивши. Я почала кричати, немедленно в больницу нас везіть. І ми сіли з ними в машину. Да. Вони говорять, що ми не місце, ну, не знаємо нічого, де говорити, куди нас везти. Айдаровцы приехали к нам сюда на боевое слаживание, на полигон Широкий Лан. Оно имеет, боевое слаживание имеет начало, имеет конец. И конец уже скоро будет, ну, либо неделя, либо две, там, ну, точно никто не говорит, но примерно вот такой срок. Они себе уедут дальше, и никто не понесет наказание. Понятно, что тут еще и такой нюанс, что это военнослужащие, которые в АТО защищают нас, чтобы здесь у нас был мир и покой, это понятно, никто это не отрицает, но и в то же время никто не контролирует то, что с ними происходит. Айдар у нас, ну, находится не больше месяца на территории Миколаївської області. Тому сказать, что цей підрозділ є виключно правопорушниками, ну, я не можу сказать. Якщо є окремі з них військовослужбовці допущують свою діяльність порушення закону, сказати, що всі військовослужбовці це порушують, я не можу. Отже, доброго вечора, шановні наші телеглядачі, доброго вечора усім, хто зібрався сьогодні в нашій студії. Саме час представити гостей, які прийшли до нас. І перша гостя – це Ольга Вербицька, волонтер громадської організації «Патріот». Доброго вечора. Традиційно про наших гостей ми підготували свої рідні візитівки. Далі така про вас. Ольга Вербицька – миколаївський волонтер, підприємець, тендітна жінка із потужною внутрішньою силою. Наша гостя в буквальному сенсі поставила на ноги себе, потім стала допомагати іншим. Працювала у волонтерському проєкті «Народне лікування. Допомога людям з обмеженими фізичними можливостями». Вперше потрапила на бойовий Донбас в травні цього року. Тоді миколаївські артисти дали кілька концертів у прифронтовій зоні. Про бойовий дух українських військових знає не з чуток. Наразі вона активно опікується проблемами військовослужбовців. Отже, Олег Кравець – ще один гість сьогодні в нашій студії. Військовослужбовець, заступник голови обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Доброго вечора, вітаємо вас. І далі портрет про вас. Олег Кравець має активну громадянську позицію, учасник Помаранчевого Майдану, також Майдану 2014 років, член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» з 2004 року. Нещодавно був поновлений у партійних лавах. З початком російської агресії на Сході не залишився у стороні, був волонтером, відправився добровольцем в зону АТО, а з серпня 2014-го – боєць 28-ї аеромобільної мотострілецької дивізії Збройних сил України. При виконанні завдання в Донецькій області село Піски у березні 2015 року отримав тяжке поранення. І також сьогодні в нашій студії знаходиться Сергій Танасов, голова громадської організації «Спілка військовослужбовців». Доброго вечора. Про вас ми теж підготували свою рідну візитівку. –
Обличчя Сергія Танасова стало відомим у світі завдяки кореспонденту газети «Лос-Анджелес Таймс» в Москві Сергію Лойко. Саме він увічнив трагічні і буденні події в Тонецькому аеропорту, котрі тоді захищали Сергій Танасов та його однополчани 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади. Був двічі поранений, але щоразу повертався в бій. Сьогодні очолює спілку військовослужбовців, створену для захисту прав та інтересів бійців і демобілізованих. І далі саме час представити експертів та журналістів, які теж зібрались сьогодні в нашій студії. Сергій Бурковець, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Южна судоремонтна компанія». Вітаємо вас. Доброго вечора, Олег Мудрак, вам, депутату Миколаївської міськради партії «Відродження». Ще один гість сьогодні в нашій студії – Максим Невінчин, голова громадської організації «Комітет народний контроль». Вітаємо. Поруч із ним знаходиться В'ячеслав Чеченін, головний редактор сайту MKMK.UA. Вітаємо вас в нашій студії. Ще один гість сьогодні з нами – це Володимир Лисюк, журналіст. Доброго вечора. Поруч з ним Ігор Пох, журналіст і публіцист. Вітаємо вас. Роман Возняк, начальник обласного управління юстиції, теж з нами. Доброго вечора. Тетяна Фабрікова, вітаємо і вас, журналіст, голова інформаційної ради при ОМВС. І ще одна гостя – це Олександра Тінькова, психолог. Доброго вечора. Отже, усі наші гості та експерти представлені. І для того, щоб у наших глядачів не склалося враження, що ми готовили цю програму саме для того, щоб звинуватити виключно Айдар у всіх негараздах, що відбувається з військовими взагалі, з військовими на Миколаївщині, зокрема. Взагалі для того, щоб підкреслити, що ми хочемо говорити саме про окремі випадки і ні у якому випадку не узагальнювати те, про що йде мова, ми підготували сюжет саме про Айдар. Будь ласка. Ірина Варігіна з березень по вересень 2014 року обіймала керівні посади в Луганській облдержадміністрації. Це буремний час, коли хвиля сепаратизму охопила міста Луганщини. З мовчазної згоди і змови правоохоронців захоплювалися будівлі влади, а деякі керівники населених пунктів радісно готувалися до референдуму і зустрічали «руський мир». Добровольчий батальйон «Айдар» – повна назва 24-й окремий штурмовий батальйон «Айдар» сухопутних військ Збройних сил України був створений в Луганській області в травні 2014 року на базі місцевої самооборони. Свою назву отримав на честь річки Айдар, на берегах якої відбувся перший бій формування. Батальйон зарекомендував себе як бойовий підрозділ, передусім у боях за північні і центральні райони Луганщини в 2014 році. Тільки завдяки Айдару було визволено місто Щастя. Там був дуже сильно замінований міст, і ніхто не наважився зайти на цей міст. Батальйон «Айдар» його визволив. І були випадки тоді, коли неможливо було завести воду, харчування бійцям 80-ї бригади, які стояли в Луганському аеропорту, то хлопці батальйону «Айдар» самі брали в руки, на плечі цю воду і по потаємним доріжкам заносили туди хлопцям. Оцінювати будь-яке військове формування добровольче, в тому числі, треба по його вчинках в минулому, впевнена Ірина Варігіна. Як і скрізь, є випадки, коли є і негідники, які там займались і мародерством, і я знаю, що випадок з ДТП. Але в цілому казати, що весь Айдар такий, не можна, тому що там дуже багато хлопців, які воювали і загинули за Луганську область. І те, що зараз спокійно живе вся Україна, це завдяки і хлопцям з Айдару. Отже, я сьогодні хочу порушити нашу традицію і не давати перші слова нашим гостям, які окреслюють свою позицію, у будь-якому випадку це станеться, а надати слово одному з наших експертів, В'ячеславу Чеченіну, адже він впевнений, що саме він знає, як про що треба вести розмову. Будь ласка, В'ячеслав Іванович. На самом деле, не нужно так уж говорити, що я знаю точно, о чем нужно говорить, просто как по роду деятельности мне приходится очень много вычитывать в день, в неделю всевозможных аналитических статей, которые так или иначе иногда попадают и в мое издание, и я просто в курсе тех настроений, которые сегодня царят именно в этой теме «Армия и общество».
И могу сказать, что вот сейчас это новый всплеск, и не только потому, что случилось здесь у нас в Николаеве с журналистами, да, но сегодня поднята тема того, как разгоняли студентов и журналистов в первый же вечер Майдана, да, 31-го, 1 декабря. И сегодня совершенно другой уже подход и отношение к участникам АТО. К сожалению, многочисленные скандалы, а то и просто катастрофические факты поведения в зоне АТО и добровольцев, и регулярных частей, многочисленные случаи контрабанды, продовольственной, торговли оружием, людьми. Все это значительно так привело к тому, что вот ореол жертвенности и святости, и героизма сегодня в обществе несколько поблек. Хотелось бы, чтобы мы сразу начали дискуссию, а не общими словами договорили. Вот, в частности, мне бы хотелось услышать такие вещи. Журналист, коллега говорил сегодня о том, что как так-то, ну, мол, война войной, да, вы защитники, но есть закон. Ну, так вот, и вообще есть такой закон, что когда война, законодательство не успевает за тем, как развиваются события. Это первое. Второе, психологи, которые здесь присутствуют, наверняка, может, эту тему подхватят, о том, что когда начинается война, кардинально меняются правила жизни. Не законы, а правила жизни. В том числе и правила поведения журналистов. Вот такое вот я предлагаю. Такі теги і меми для нашої. Отже, дякую, В'ячеславе. І я думаю, що В'ячеслав просто не тільки тут розлив вже масло, а вже і кинув у нього сірник для того, щоб тут почало палати з самого початку. Будь ласка, Людмила, з вас почнемо. По хвилині, будь ласка, зараз. Да, я просто хочу сказати, що общество зараз будоражено, не зараз. Ви знаєте, армія – це відраження нашого общества. О чому ми взагалі говоримо? Понимаете, кто? Это же не виртуальные люди. Это люди, которые живут среди нас. Но когда человек, и мы живем рядом, сосед, знакомый, друг, кто бы там ни был, идешь, а он шатается, идет по двору, там, ты себе зашел в квартиру, не обратил внимания, закрыл дверь, тебя это не касается. Но когда человек одевает форму, это уже совсем другие требования. Но почему-то, понимаете, у нас вот с чем столкнулась я, и я думаю, что в программе я это отражу. Понимаете, вот у нас очень много привычно давно, что мы сначала себе героически создаем проблемы, а потом также героически их решаем. И вот эту тему я вот здесь вот, я поднимала, первый раз я попала в зону АТО на 9 мая, и мы приехали оттуда, понимаете, с таким ощущением, что нужно что-то делать. И не просто того, что мы увидели, а того, что командиры. Вот такие ребята, понимаете, которые на тот момент, вы же помните, 9 мая, очень сложная еще ситуация была, ожидались и полномасштабного нападения и так далее, и мы были практически под самым Донецком, потом под Мариуполем, второй раз поездка. И к нам приходили командиры и просили нас, волонтеров, что, ребята, помогите, делайте что-нибудь. Понимаете, если у меня, допустим, подчинение 150 человек, из них 50 человек боеспособных, это ребята, которые могут перевернуть, как говорится, и свернуть горы. 20 человек, с которых можно сделать боеспособных, а остальные все – это отправить домой, перекреститься и забыть. Потому что а этих, извините меня, 80 со 150, их нужно одеть, обуть, накормить. И самое главное, что эти командиры и боеспособные, вместо того, чтобы поднимать свой дух, свою боеспособность, они занимаются тем, что они следят, воспитывают и занимаются аватарами, тунеядцами, мародерами и так далее. Поэтому на тот момент, когда я приехала, пришел, нужно что-то делать. И вот это письмо подтверждает, что по нашему приезду мы сразу обратились к нашему губернатору. Плюс ко всему хотели начать. Давайте соберем совет обороны. Давайте пригласим командиров частей, военкомов, милицию и попросим, и будем объяснять. Не надо количеством брать, не надо планы делать. Понимаете, мы не на стройке, и мы не в совдепе. Это человеческие жизни. Но самое страшное у нас, опять же, с чем мы сталкиваемся, понимаете, война, не это.
бюрократия, вот как сидели все в своих креслах, как им нравилось. Вот когда вот это и обратилось, 9 мая. С чем обращение? Обращение, когда мы хотели вот собрать круглый стол с тем, попросить военкомов о том, чтобы мобилизация, подготовить общественность, командиры частей, высшему руководству, главнокомандующему, министру обороны, что практика подтверждает того, что не нужно брать всех подряд, кривых, косых, пьяных, дурных, и, понимаете, за счет этого делать план, а этот план оборачивается и позором, и смертями, и горестями, понимаете, не дает ни славы армии, ни помощи армии, а дает, наоборот, тянет армию вниз. Кто придумал эти планы? Кто придумал брать всех это? Вот по сегодняшний день я бы хотела с вами вот это обсудить и потом еще показать, какие ответы мы получали. Дякую. Перш ніж передати слово Олегу Кравцю, я ось що хочу зараз вам процитувати. Справа в тім, що, як я неодноразово наголошував на кожній програмі, і підкреслю це ще раз, по-перше, за півгодини, навіть трошки менше, ви побачите на ваших екранах телефони прямого зв'язку і зможете приєднатися до нас, до нашої розмови безпосередньо у прямому ефірі. Крім того, нашу програму можете спостерігати на комп'ютерах в мережі інтернет, на сайті в Ніколаєві.Інфо, а також приєднуйтеся до нас в Фейсбук. Я не випадково тримаю з собою планшет, і ось що вже нам написали один з наших глядачів. До речі, це хворий зараз Олександр Рухмановський, у нього щось з тиском, він вибачається, що не може взяти участь, проте обіцяв зателефонувати. Отже, що він пише. В Айдаре больше старичков нет, неизвестно, кого набрали. Это информация от бойца оттуда, Кирилла Сергеева. Так что ветераны Айдара от него сегодняшнего открещиваются. Отже, знову ж таки, тут ще є одна проблема, є славетна назва і ті, хто цю назву зараз поплюжать. Я знову ж таки, я собі добре уявляю, скільки на мене буде знову написано всіляких доносів щодо того, що я тут підриваю цією програмою обороноздатність країни, як це вже відбувалося не один раз. Втім, я все ж таки хочу, щоб ми були максимально чесними самі з собою, одне з одним і з нашим суспільством. Замовчуючи цю проблему, ми даємо ворогам України можливість сказати, вони усі такі, держава про це мовчить, телебачення не розповідають, отже, уявіть собі, якщо вони тут не так поводяться, то що вони роблять там на територіях? А ми ж вам казали про це. Отже, саме для того, щоб у цих супротивників України, української незалежності, у цих сепаратистів не було можливості так казати, ми зараз для цього тут і зібралися. Олег, будь ласка. Ну, ви знаєте, питання підняті дуже цікаві, які дійсно в армії є нагальними. Питання аватаризму, знаєте, я перший раз слово «аватар» почув уже в зоні АТО. От. Ми так називаємо зону АТО, але між собою ми говоримо, що це повномасштабна війна. Коли ви задавали, коли експерти наші задавали питання стосовно того, як суспільство на це реагує, як реагують на це журналісти. Знаєте, суспільство сьогодні розділилося. І розділилося якось незрозумілим чином. Вийшло так, що одна частина хлопців пішла воювати, захищати, інша частина хлопців чомусь залишилась в барах пити пиво, розумієте? А ще частина сіла за комп'ютер і писати про війну, розумієте? І та частина, яка сіла писати, їм щось якось, їм здається, що це десь там далеко знаходиться. Це не їхнє, розумієте? Вони не бачили цих хлопців. Вони не бачили ці звірства, якими там займаються, розумієте? Деякі починають, ой, ви знаєте, можливо, там якось, може з ними якось домовлятися треба, може те, може все. Починають там розмови за контрабанду, ще за якісь питання. Шановні, ви мені просто поясніть сьогодні, чому не використовується конституційне право, якщо в Україні йде війна? Чому не використовується конституційне право ввести повністю військовий стан? Це точно до нас питання. Я хочу запитати, я зустрічно хочу запитати, чому, коли в 2008 році Юлія Тимошенко конкретно підіймала питання про професійну армію, це питання просто, знаєте так, з'їхали тихенько. Я служив ще в 90-х роках. І служив у дуже потужній структурі. Я бачив, що таке була радянська армія. І повірте мені, що я
З часом, коли я прийшов знову захищати свою країну, це була зовсім інша армія. Совєтська все ж лучше була. Це там питань не було, ви розумієте чи ні? Я служив у 22-й бригаді СПН ГРУ. Розумієте, там у нас було все. До нас приїжджали спеціалісти, військові спеціалісти, які питали: хлопці, вам оцей приклад, вам тут щока не мішає, отак нормально, може вам якось переробити, можливо штурмову винтовку якось по-іншому зробити. Ви розумієте? І приїжджали, до речі, із України також, з міста Дніпропетровська приїжджали люди. Із Ижевська приїжджали, із Тули приїжджали. Сьогодні того немає абсолютно. У командирів сьогодні немає, ви візьміть, просто статут вивчіть. У командира сьогодні немає можливості навіть цього аватара наказати, як положено. Ви знаєте, як в АТО з аватарами боряться? Що таке аватар? Аватар – це людина, яка бухає постійно. Тобто йому без різниці, чи він продав 300 літрів солярки, чи він продав 2 літри солярки. Його завдання зранку, так як у бомжа, піти здати пляшки, щоб ввечері була бутилка, розумієте чи ні? Оце аватар називається. Це людина, яку виштовхнуло суспільство із села, слава тобі Господі, відправили на війну, розумієте? А там вже командири хай з ними борються. У командира реальних немає важелів на цю людину. У місті Красногорівка, під самим Донецьком, у місті Красногорівка, наші хлопці стояли на заводі, стояли, який виготовляв там якісь білу цеглу на огнеупорному заводі. Там просто були зварені клітки, і в ці клітки поміщались ці п'яні люди, тому що людина, коли п'яна, вона одна, коли вона твереза, вона класна. Він нормальний, тобто якщо йому не давати пити, він все виконує, він служить отлично, розумієте? Але питання зовсім не до цього. Питання до того, що сьогодні суспільство робить, розумієте? І з боку, які чинники, з боку, які впливи на суспільство, за рахунок цього, виходить у нас, що ми сьогодні починаємо хаяти свої добровольчі батальйони. Ви неправильно говорите, ніхто не хає батальйони. Ви розглядаєте, що суспільство само по собі, а мы говорим о том, что есть власть, и основная функция власти – это принуждение к порядку. И вот то, что вы сказали, в Советском Союзе была хорошая армия, потому что приезжали, смотрели, как у вас приклад ложится, что вам не хватает, то вот это главная функция, и сегодня, наверное, вопрос не стоит, чтобы как-то обгадить добровольцев или специально призванных людей. Сегодня речь о том, что есть мирная территория, на этой мирной территории есть власти, есть определенные ведомства, которые должны контролировать. Однако у нас сегодня сформировался информационный ореол героев, людей, и боятся власти, милиция в том числе, они не знают, какому Богу молиться, не знают, как подойти, не знают, как принудить к порядку. А вот эту функцию крайне важно соблюдать. И на мирной территории как нельзя больше необходимо на это обращать внимание. Вот об этом речь, вопрос к властям. Вы помиляетесь в том отношении, что это не мирная территория. Олег, коли, наприклад... я прошу прощения, Олег, давай мы сейчас не будем устраивать дискуссию, ты обозначил свою позицию, дальше мы продолжим, безусловно. Сергей, пожалуйста, я хочу для зрителей сказать, что Сергей Танасов, мало того, что он действительно героический киборг, известный уже, наверное, не только всей Украине, далеко за ее пределами, он еще добавил человек, который все свои силы и возможности, когда он не занят непосредственно в зоне боевых действий, он как раз кладет на то, чтобы навести порядок в армии, насколько это ему возможно. Я в дальнейшем предложу вашему вниманию сюжет, где вы увидите, как Сергей в общем вместе с добровольцами пытается прекратить пьянство и продажу спиртного военным. А сейчас просто Сергей, вам слово. Интересную вы дискуссию, конечно, завели. Ольга, спасибо, я уже как-то озвучивал это насчет общества нашего. Это, как вы понимаете, это уже четвертая, там, пятая, шестая волна мобилизации. Да? Благо уже все закончилось, войны, мобилизации больше, в принципе, не будет. Вот. Да, это это то, что осталось у нас. То, что не смогло откупиться, то забрали в армию, и оно сейчас там пытается как-то существовать. Причем поддерживая тот темп, и тяжело сейчас
Стиль жизни. Сереж, давайте, пока, стиль жизни у него, пока соберетесь с мыслями, я предложу еще один сюжет. Он перекликается со словами. Я понимаю, насколько вам тяжело, потому что вы на самом деле из этой среды. И объяснять сейчас, что есть подонки, которые позорят тех героев, которые жизни свои не щадят ради нас. Я понимаю, насколько это сложно. Сергей, соберитесь с мыслями. Я предлагаю вам сюжет, который перекликается со словами Максима Невенчинова и вот этой вот начавшейся уже дискуссии о том, мирная это или не мирная территория. Сюжет нашего специального корреспондента Натальи Чкалова из села Тронка. Просто никого, наверное, не оставит равнодушным. Пожалуйста. Від села Тронка Березанського району до передової понад 500 кілометрів. Але й сюди іноді прилітають снаряди. Не з передової, а з полігону, який починається саме тут, за декілька десятків метрів від села. Цього дня на Широколанівському полігоні знову стріляють. Один із вартових, котрі охороняють територію полігону, розповідає, навчальні артилерійські стрільби тривають. Але у військових все під контролем. Установки налаштовані так, аби снаряди в село не летіли. Вчора стріляли з граду, а сьогодні С-3, самоходки. Самая дальняя 17 километров, но на такую здесь не разрешают стрельбу. Это самая дальняя. Здесь не более 10 километров допустимо. А грады летят? Грады самая дальняя стрельба 40 километров, но они стреляют на то и на 10 километров, не более. Про випадки, коли снаряди прилітали в село, чув тільки від місцевих. І таке траплялось декілька років тому. У Тронці навчання військових відчувають на собі. Бахає так, що стіни будинків тріщать і шибки вилітають. І цього дня є втрати. Після чергового пострілу у процедурному кабінеті місцевої амбулаторії розлетілась шибка. Саме у той час, коли під крапельницею лежала хвора. А сама фельдшер іноді відчуває себе, як на передовій. Идешь на вызов ночью, пули перед тебя летают, а как бы вроде бы живешь в мирной зоне. Ночью стреляют, а в 2 часа ночи шла на вызов, ну свист был такой вот неприятный. Ну наклонялась и шла себе на вызов, ну жива и осталась. Військові цю територію називають буферною зоною. Місцеві ж стверджують, на військових картах їх село навіть не позначене, бо засновано у 80-х, а вояки користуються картами ще 70-х років. 4 таких пулі залетіло нам прямо в село. І в гараж одна залетіла, і там дома залітали. Люди аж в шокі були. Понимаєте, у нас відколи вже полігон тут. Ми ще ні разу з такою бідою не зустрічалися. Саме ці великокаліберні декотрим селянам шкоди наробили. Продірявили шифер на дахах будинків. Жертв та постраждалих вдалося уникнути. Але, кажуть самі люди, серед білого дня від такого сюрпризу страху натерпілись. Військові провину спокутували та просили галасу не здіймати. Бах, ну я спугалася. Якось дідько прийшов, він аж зі будки очутився. Каже, я так і спугався, зі будки заховався. Солдати приїжджали сюди місті там, з хлопцями, звінялися, потім приїхали, поміняли шифер через пару днів. І сказали, що більше такого не буде. Бо вони сказали, там хлопці не подивилися, там, де, та, щоб вони стріляли туди. А потім сказали, що та, вони случайно попали сюди. От сюди впало. Шифірини сюди на землю впала пуля. Ну, це благодаря, що я там була. Якщо б я б здесь була, і мене б зацепило буквально би. Це теж, це ж не шутки. А якщо діти були б. Сусідки стояли на дорогі. Паша, Лена стояла, Сережа стояв. І почали свистіти пулі, вони швидко розбіжалися, спугалися. Свіст почали літати, розбіжалися. Часто таке буває? Ну, не часто, але буває. Буває, і снаряди лягають під селом. Нещодавно один приземлився прямісінько за городами. На щастя, не розірвався, і його вчасно помітили селяни. Люди стояли і бачили, як свистів снаряд. Утром починалася бомбіжка на полігоні, і снаряд прямо на поле. З області приїхали МЧСники, міньори, вивезли і обезвредили все. Як вам об'яснили воєнні, як він туди залетів? Корректировщики так скорректировали. Мишень стояла там, наприклад, на полігоні, на кургані. Вони стріляли по мішені. А як, хто це може об'яснити, як? На початку навчань ще 3 снаряди розірвались біля електропідстанції та знеструмили село.
Ой, было даже такое, что когда стреляли, нам электромережу нашу. Три взрыва в одно и то же место. Выезжала, по-моему, комиссия областная, наша милиция. Ну, мы конкретно не вникали в это дело. Но, слава богу, что себе электроэнергию сделали. Вот обстрелы постоянно, учения идут каждый день. Ночью, днем. Мы уже привыкли. Мы же, если даже война начнется, мы не поймем, война или это. Вот так вот. Про такі надзвичайні події селяни воліють не розповсюджуватись. Для когось життя під постійні вибухи стало вже нормою, а інші побоюються. Військові можуть заборонити випас худоби на полігоні, а без неї селянам буде зовсім скрутно. Бо роботи у селі практично немає. Своєї землі, тобто паїв, селянам не наділили. Усі поля після банкрутства та розвалу радгоспу відійшли військовим. Але це вже зовсім інша історія. Вже Сергій, будь ласка, знову ваша черга. Ну, здесь, конечно, видно ошибка корректировщика, да, или там есть человек, который в артиллерии считает. Вот, ну, тут... Сереж, ну давайте мы не об этом сюжете, это просто вам был такой, знаете, музыкальная пауза, чтобы вам было собраться с мыслями по поводу того, о чем говорил Вячеслав, о чем говорили Олег, Ольга Николаевна. Вот я недавно подумал о том, что непонятно вообще откуда взялось слово «аватар», и вряд ли те, кто как-то так его пустил в оборот, думали об этом значении. Но я вдруг подумал, что вот если говорить о компьютерном, не о фильме знаменитом, да, а о компьютерном значении слова «аватар», то вот эта иконка, да, которая обозначает того или иного жителя сети. И вот так оказалось, что сейчас вот именно эти аватары, вот этими вот иконками своими обозначают армию. И это самое страшное для меня. И я очень хочу, чтобы в итоге вот этого нашего разговора все-таки люди поняли, что армия и аватары — это не одно и то же. Вам есть что добавить? Да, 250 тысяч, да, у нас армия. Ну, там, плюс-минус, там, пусть 200. Боеспособных там, 50-70 тысяч. Сколько у нас аватаров? Ну, думаю, что... Тысяча, две, три, пять. Ну, думаю, что немного сравнительно. Да. И люди просто, знаете, такую галочку ставят. Раз там военный, в форме, или там АТО, то значит все такие. Неправда. Ну, во-первых, люди, которые возвращаются с передовой, это сразу группа риска. Вот. В развитых странах этих людей на 3 месяца так аккуратно пытаются... изолировать, ну, не то, что прям изолировать от общества, ну, плавно вводят их в социум, да. Вот психологи, наверное, меня сейчас поддержат. Сейчас Аля поддержит. Да, она знает, что это правильно, это правда, потому что резкие изменения в жизни не каждый человек готов переносить. Ну, пьют. Серьезно, мы на самом деле говорим не о тех людях, которые вернулись, хотя сейчас вот я думаю, Аля прокомментирует тот самый пресловутый синдром комбатанта. Я говорю о том, что люди, которые там сейчас, опять-таки, я не строю иллюзии относительно там, того, что все герои или все мерзавцы. Да? Я понимаю, что армия действительно слепок общества, как вы правильно говорите. У нас здесь хватает своих подонков, просто они не в форме, они, слава богу, чаще всего не с оружием, и поэтому не так страшны. Ужасно другое, ужасно то, что власть бездействует. Ведь вот Ольга Николаевна говорила об обращении к губернатору. Насколько я знаю, есть прямой запрет губернатора на продажу спиртного военного. Есть. Мы сейчас увидим это в сюжете. Но не помогает, не работает. Частные предприниматели пытаются оправдать себя тем, что они покупали, заплатили за лицензию, им надо ее отработать. Но я думаю... с теми темпами, с которыми они на протяжении всего лета продавали алкоголь, да, вот в ближайших селах, это уже давно они перекрыли стоимость этой лицензии во много-много, наверное, раз. Вот. Если можно, я добавлю. Ну, Ольга, пожалуйста, и потом Аля хочу услышать. Да, я просто хочу вот сказать, понимаете, вот когда мы начинаем углубляться вот такие темы, вот у меня, вот, простите меня, бешенство, вот люди должны отработать лицензии. Понимаете, вот задуматься, в конце концов, у нас гибридное общество. Человек меняет чью-то жизнь, чью-то совесть на какую-то лицензию. Понимаете, вот просто у нас что-то происходит с людьми. Ребят, я считаю, да, аватары – это горе, это беда. Я же говорю, но они не взялись ниоткуда. Они пришли вот с нашего вот количества. Но то, что ребята герои вот там,
Потому что мы, сидя в своих квартирах, в теплых постелях, ходя под душем, принимая это, мы пытаемся осуждать людей, которые, понимаете, даже он не ранен, даже он, слава Богу, жив, но он 30-градусный мороз, 40-градусную жару, без нормального питания, без элементарных средств гигиены. Понимаете, они мужчины, они стоят. Они за... Какое право кто-то Ольга имеет? А давайте вот мы сейчас посмотрим жителей села Кринычки. Я думаю, они очень сильно с вами не согласятся. Ну, сюжет, пожалуйста. Ну, я хотел бы, чтобы... Да, на самом деле, я бы очень не желал бы вам оказаться на их месте. Пожалуйста, сюжет из Кринычки. Потерпілі 23 та 26 років перебувають у Миколаївській районній лікарні з діагнозом ножове поранення руки, черевної порожнини та грудної клітини. Около 10 часов вечора поступили двоє пострадавших з множественными ножовими раненнями. Вони прооперировані, їм оказана перша допомога. В настоящий момент послеоперационное течение, в принципе, все, слава Богу, йде так, як должно йти при такому виде травми. Получилася драка між солдатами і нашими місцевими. Солдати почали бити нашого місцевого пожилого, ну не пожилого, вже людині до 40-43 отак років, одного, потім другого до 50 років. І наші хлопці вмішалися розборонити цю драку. І в цій дракі незамітно, буквально там за щитані секунди, отримали ножові поранення такі, що... Ну, чудом хлопці, які родилися в рубашках. Чотири військових і наших два хлопці, там і наших місцевих двоє вони були. Кажуть, такий трагічний конфлікт з військовими у селі Кринички стався вперше. Хоча з вояками на підпитку селяни зустрічаються часто. Ніхто не приймає міри, тому що в Ульяновці вже скільки випадків було, але ніхто міри ніякі не прийняв. Ні голова сільської ради, ні військові. Ніхто. В тому, що проблема існує і дуже серйозна, безпосередньо в Криничках ми переконалися одразу. Близько години перебували в селі. За цей час у магазинах поруч військові двічі купували алкоголь. Перший факт зафіксував на свій телефон Сергій Танасов, відомий кіборг, голова спілки військовослужбовців. Невдовзі ледь не виник конфлікт з іншою групою бійців, серед яких були й озброєні. Окремо їх дратувала присутність відеокамер. Загалом можемо констатувати, розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації про заборону продажу спиртного військовослужбовцям ігнорується. Якщо тут є воєнні на полігоні, значить, має бути порядок. Должна бути якась чи пост тут поставити, чи якийсь, я не знаю, патруль виставити. Скільки це п'янки можуть продовжатися? Вечором в село вийти страшно. Мусимо зрозуміти і продавців та власників магазинів. Їм доводиться спілкуватися з військовими, в тому числі озброєними. Пускай поставлять мені, пускай якогось офіцера чи когось пістолетом поставлять коло реалізатора, тоді вона не буде давати. Рівень напруження стосунків вояків з місцевими зріс після масової мобілізації. Людина, котра звикла до чогось у повсякденному житті, наприклад, до пияцтва, намагається зберегти такий спосіб життя і в армії. Завадити їм всьому зовсім непросто. Туди попадають, ну, в плані алкоголізму, попадають люди, які морально не підготовлені. Ну, к всему этому, к войне. То есть они думают, там и просидим, пропьем там на 3000 зарплату. В село Кринички, розташоване за більш ніж 10 кілометрів від військової частини, любителі алкоголю нерідко приходять пішки. Перше, повна заборона спиртних напоїв поблизу навчань біля Широколанського полігону. Друге, це потрібно, щоб тут... Як колись часи був військовий патруль, і причому не один, який міг би слідкувати за порядком на території не тільки цього села, а й інших сел. Олександра Фінькова, пожалуйста. Смешались куча то, что называется «кони-люди». То есть, есть воины, есть люди, которые защищают нас. И не дорожат собственной жизнью и здоровьем ради того, чтобы мы жили. И есть те, кто одеты так же, у них есть те же документы, и эту одежду, эти документы они используют как индульгенцию. Следующий пункт. Есть технология, которая замечательно пошла в нашем обществе, была подхвачена и работает на десятку. Я ее называю «бедные мальчики».
То есть мы мужчину в форме и с оружием назовем бедным мальчиком, и ему авансом все простим, и потом скажем, что ну, у него же стресс. Так случилось, что человеческая история – это вообще один сплошной стресс, и если бы стресс, в том числе военный, вот такое ужасающее, бесконечно неуправляемое воздействие оказывало на человека, человечество просто бы не состоялось как таковое, мы бы сейчас не разговаривали, не выжили бы физически. Поэтому, да, есть синдром посткомбатанта, есть люди, которых стресс вышибает, которые не могут с ним справиться, но этот процент очень небольшой. И человек, который находится в психозе или неврозе, он очень отличается от всех остальных. Кроме того, если человек там 2-3-4 объединяется, ходит выпить и подраться, предположить, что у них психоз и невроз, ну сложно. Это называется как угодно иначе. И этим надо заниматься как обычным нормальным правопорушением и не играться в бедных мальчиков, не делить на 28, не продавать индульгенцию формой, потому что потом герои, которые заслужили вот такое восхищение наше, оказываются измазаны в этой грязи. И то, что должны понимать и волонтеры, которых сердце рвется, душа болит, когда они сталкиваются с воинами, и родственники тех, кто сейчас мобилизован, находится там на полигонах или непосредственно в зоне АТО, что подыгрывая вот это бедные мальчики, занимая позицию созависимого. Все-таки алкоголизм – это зависимость. И независимо от того, где это проявляется – на поле боя, во фронтовой зоне, в учебке, в мирное время дома – это все равно остается зависимостью. И те, кто находится рядом – это созависимые. Созависимый, который сочувствует, причмокивает и ждет, пока проспится, ухудшает состояние больного, доводит это до хроники и до смерти. Чтобы стать не созависимым, нужно противостоять этому, понимать, что это патология, понимать, что это порок, и ни под каким соусом, ни под какими индульгенциями с этим не соглашаться. Только такая позиция позволит победить, позволит преодолеть, отделить зерна от плевел и прекратить играться вот в эти вот запутывающие игры. Если бы эта игра приносила хотя бы, ну, хоть микрон пользы, можно было бы зажмуриться, но она только ухудшает ситуацию. Поэтому этого делать ни в коем случае нельзя. Саша, я боюсь, что люди, которые писали доносы на меня за сепаратизм, на вас, конечно, не напишут, но завтра будут вам грозить пальчиком насчет того, что нельзя принимать участие в таких вот передачах, подрывающих обороноспособность украинской армии. Слава, пожалуйста. Самая реклама, решите. Да. Ну, что я хочу сказать. Ваш пример, ваше обращение к властям подтверждает то, о чем мы начали. Законодательство, действия властей во время войны всегда опаздывают. Сколько было указов президентских, постановлений Кабмина, законов, касающихся происходящего в стране и за ее пределами, и все равно мы опаздываем. У нас военная прокуратура появилась через полгода, жандармерия, ну, так называемый военный патруль, да, тоже только через полгода. Ну, потом же были военных прокуроров отказали, мы военных прокуроров отказались. Они уехали от ВАИ, военная милиция, ВСП наша, которая сейчас есть, они просто все были там, на фронте. Ну еще в мирное время отказались от военной прокуратуры. И функции отдали это самое гражданским прокурорам. Второй момент. Да, я с вами абсолютно согласен в том плане, что нельзя всех мазать одним. Но ведь, скажите, у нас же есть тоже и журналисты, да, которые подрывают доверие к нашей профессии. Да? Есть милиционеры, то есть тут вы согласны, это срез нашего общества. Меня другое волнует, вас как человека военного, вот вы познакомились вообще с основами военной доктрины, которую сейчас разработала СНБО, с ним работает президент и так далее. Это же 19 век. У американского пехотинца сегодня карманный беспилотник, движущийся робот, он вообще... Люди вообще не должны быть на передовой в современной войне. Нет, у нас, вы заблуждаетесь, извините. Нет, на секундочку, я же привожу примеры того, что есть. Я это видел.
На выставках, я это видел в фильмах. Сегодня очень много видеть показывают. Видеть это на выставках, современные... видеть это в жизни, секундочку. Это мне кажется, я с ними что воен... отработал за границей. Я понимаю, но каждый военный... Я знаю, как они работают. Хорошо, все. Да, да. Слав, ты призываешь людей слушать друг друга, а сам на самом деле извлекаешь истины последней инстанции. Тебе может виноват. Со стороны согласен. Очень видно. Согласен. Хорошо. Да. И, конечно, очень важный момент о том, что это данность. Такие люди есть. Нам с ними жить. К этому нужно готовиться. И общество должно их по-своему встречать. Американцы, вернувшиеся из Вьетнама в страну, которая их ненавидела, 50% из них прошли через тюрьмы. Когда американцы вернулись из Ирака, когда вся страна, без всякой демонстрации и так далее, привечали как героев, ну, за эти там 10 лет только 5%. Умение общаться с этими людьми требует новые правила поведения. Журналист, да, который привык папарацци снимать всевозможные ДТП, это тоже, кстати, отдельный разговор, стоит ли этим заниматься. Люди находятся не в лучшем настроении. Должен понимать, чего людей раздражать? Они тут, понимаешь, преступления совершили, да, а их по телевизору показывают. Нехорошо как-то. Да никакое преступление. Слава, давай мы прервем немножко твой спич, потому что есть что ответить Сергею Тунасову. Да, ну, Наташа, вы пока подходите, если Сергей Бурковец хочет сказать. Да, вы начали говорить за американскую армию и их войну в Ираке. Ну, первое. У них были добровольцы, которые призывались в армию. Добровольно. Никто их за уши в военкомат не тянул и не заставлял идти. Они туда шли. Частные военные компании – это другое дело. Мы сейчас говорим за их регулярную армию, у которой есть национальная гвардия, которая служит в резерве и потом призывается в случае необходимости по собственному желанию за хорошее финансирование, правильно, за хорошую зарплату. Вот. У них там немножко по-другому даже зарплата насчитывается, не так, как у нас. Мы только к этому идем, и надо стараться идти дальше. Вот. Украина, по большому счету, войны с этой стороны не ожидала? Не ожидала. Да, сюрприз? Да, нашу военную доктрину не входила. Сюрприз. Второе. Армию 24 года. Грабили? Грабили? Уничтожали. Уничтожали? Продолжали. Ничего не осталось нормального. Единственное, что осталось, это тот маломальский опыт, который ребята получили в командировках за границей. И ООН здесь послужил основным фактором. И благо волонтерам, которые помогли с технической оснасткой. Благодаря тем ребятам, которые знали, как с этой оснасткой воевать. Потому что они этим всем пользовались там. С теми же американцами бок о бок. И нема у них беспилотников рядом. Уже есть. Прошло 10 лет. Я в 2013-м приехал в Косово. Ну что мне начинать Слава, рассказывать? Мне так нравится, как вы, человек патологически не военный, рассказываете людям, буквально вчера вернувшимся с передовой, о том, что на самом деле там творится. Сергей Бурковец, пожалуйста. Вот мы сейчас видели сюжет село Кринички. Это моя родина, там проживает моя мама, много родственников. И, конечно, вот эта ситуация, которая произошла с этими молодыми ребятами, она очень нас растрогала, и мы приняли решение для себя поехать и помочь людям разобраться в этой ситуации вместе с Сергеем Танасовым. Но я хочу немножко вернуться к истории. Село Кринички географически расположено возле Широколановского полигона. Так случилось, что Ульяновка тоже, и на территории села была воинская часть. Это, наверное, я думаю, лет 30 назад. И процентов 30 жителей были связаны с воинской частью. Это и действующие военнослужащие, и там вспомогательные. Так вот, на Широколановском полигоне ежемесячно проводилось очень много учений со всего Советского Союза. Я не сторонник ничего советского, просто... Я там ребенком пожил в советское время, я не могу судить, как там, может, старшее поколение немножко там застало. Но то, что порядок в армии был в то время, это точно. Приведу пример. Уходят в армию наши односельчане. Их с большими почестями, это идут, так называлось, проводы. Их провожают в армию, проводы в армию. Собираются, провожают через... 2-3 месяца приходит благодарное письмо
о том, что спасибо вам, это приходило в школу, на линейке зачитывало, спасибо вам, что вы воспитали такого-то, такого-то. Замполиты работали, общество подготавливало бойцов и допризывная военная подготовка. Вот, скажем, все общество и поощряло, и, можно сказать, даже стимулировало для того, чтобы человек, приходящий служить в армию, ну и опозориться, в каким-то быть в состоянии алкогольного опьянения, и мало того, с ножом нападать на, ну, скажем, на мирных граждан, и, ну, это был нонсенс, такого не могло быть. Сегодня вот проблема в армии есть, но это, к сожалению, и ну, единичные случаи. Все равно геройство наших ребят, которые стоят на передовой и которые, да, им тяжело, вот Сергею тяжело видеть, слышать эти вещи. И, скажем, нам тоже нельзя опускать руки и перекладывать вину на этих людей, которые действительно нас защищают. Мы должны каким-то образом им помогать. Мы сделали, мы помогли. Позже выставили. Мы вот здесь собрались как раз для того, чтобы понять, как помочь. Но, господа, у нас звонок зрителя. Сейчас, Сергей, вы закончите. Зритель уже минут 5 ждет. Давайте послушаем его. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Говорите. Добрый вечер. Студия. Добрый вечер. Добрый, здравствуйте. Я служу в 79-й бригаде и очень хорошо знаю Сергея Танаса. Фамилию называть не буду. И мой братишка младший служит. Давид. Вот, очень хорошая дискуссия. Ну, обидно то, что это действительно дискуссия. Вопросов я никаких задавать не буду. Можно сказать просто. Вот эти люди, которые устраивают поножовщины, которых обучают на широком Лановском полигоне, однозначно какой-то отбор от всей не проходят. Но они опять-таки приходят к нам туда, и мы с ними боремся. Решение этого вопроса элементарно, я так считаю. Нужна политическая воля. Когда в 2012 году мы приехали с Косово и подняли зарплату в 79-й бригаде, то на одно место было 5-6 человек. И я уже как главный сержант роты мог отбирать себе личный состав. Все, мотивация, соцпакет и убрать бюрократию. И все алкаши, все аватары, все сидевшие, которые проскакивают сейчас к нам и находятся там же на передовой, их просто-напросто не будет. Спасибо за внимание. Конечно, спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что Сергей по голосу узнал говорящего. Ну, а для остальных, на самом деле, фамилия, наверное, не так важна. Олег Мудрак, пожалуйста, потом Сергей. Да. Знаете, вот выскажу свое мнение. Мне кажется, вот мы сейчас констатируем проблему и как-то так вокруг нее ходим, да, не пытаясь подняться выше нее и найти концептуальное ее решение. Все в ваших руках. Ну, мы для этого, собственно говоря, здесь и собрались, да. На мой взгляд, ну, лучше всего, что было до начала войны, что умело делать и, к сожалению, продолжает делать Министерство обороны вместе с военкоматами, это рапортовать. Да? Это та вот бумажная рапорта, которая по ступеням поднимается наверх. Объявили мобилизацию, приехали в село, загребли всех, кого можно было загребсти. Тракторист, будешь водить БТР, ты водишь комбайн, будешь водить танк. Не понимая, что эти люди, ну, они априори не могут быть военными. На мой взгляд, быть военным, ну, для этого первое, надо родиться, получить физические навыки, обучиться, хорошо бы еще повоевать, и только после этого ты скажешь, что я действительно урожденный военный, потому что по всем этим признакам стал таковым. Занимаясь тоже волонтерской работой, я сталкивался с такой же проблемой в Очакове, 73-м морском центре специального назначения, когда тоже порядка 140 человек мобилизованных были переданы этой части. Бесспорно, половина из них, это были нормальные, адекватные люди, в том числе и отобрали и водители, и еще какой в комендантскую роту достойных парней и мужчин, но все-таки 70 осталось вот таких вот аватаров, да, и удивляло то, когда там, в общем-то, они там очень короткое время просуществовали, что
Какой-то военкомат поставил себе красивую галочку вот, о том, что 140 человек мобилизовано и придано Очаковскому, подчеркиваю, специальному центру специальных морских операций. Да? То есть, ну, априори, люди, которые к спецназу не имели вообще никакого отношения и не могли бы иметь. Невероятными усилиями этих 70 человек, включая власть, какие-то силовые рычаги, они были потом переведены. Не знаю дальнейшую их судьбу. Жаль, естественно, денег огромное государство, потраченных на их перевозку, на их обмундирование, на попытки обучения, на кормежку и все остальное. То есть вот так государство тратит деньги. К чему я это все веду? Еще раз, вот Сергей говорил о том, что из 250, образно говоря, тысяч действующей армии, как минимум, максимум, среднее число, 50 тысяч – это те военные, которые действительно являются военными с большой буквы, которые по сути своей могут выполнять те цели и задачи, которые ставит перед ними государство, защищать, да, неприкосновенность нашей страны. Так вот, Олег упоминал, и я полностью поддерживаю его мнение, мы все как-то последние годы говорим о профессиональной армии. А пора перестать говорить, пора от разговоров перейти к конкретным законодательным действиям, и только профессиональная армия сможет обеспечить, во-первых, социальный уровень военному, параллельно требуя с него методом кнута и пряника, да, автоматически отсеет и сделает невозможным призыв аватаров, которых призывает для качества. Но опять-таки, для этого власти надо применить... проявить свою политическую волю, прекратить говорить и начать принимать те законы, которые позволят в течение 1-2-3 лет выполнить ту задачу, которая стоит перед нами. А? Но вы готовы тогда сейчас перестать там глобально финансировать? Нет, я же не говорю, что этого сейчас это не надо делать. Это перетягивание финансов. Да, нет. Это надо сделать. Да. Это надо делать раньше. Должен быть переходный период. Это должно происходить параллельно. У нас это было. Да. Рома говорил, это он правду правильно говорит. Было. Но это же не закончили стояли. Качественно. Не закончили это качественно. Война это началась. Я вижу, у Олега подмывает вступить в дискуссию. Он как человек интеллигентный, в общем, еще сдерживается. Однако вот давайте послушаем звонок, и потом Олег Кровец. Пожалуйста, и Александр Ефимкова там хотел. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Алло. Студия, добрый вечер. Добрый вечер. Мы прослушали дискуссию достаточно долгое время, и у меня вопрос как к одной стороне участвующих в дискуссии, так и во второй. Очень много говорилось о том, что проблемы есть в армии, но ничего конкретного мы не услышали, во всяком случае, от той части студии, депутаты настоящие и будущие. Ничего, никакой конкретики, в частности, по городу Николаеву и Николаевской области. Вот у меня вопрос к Максиму Невенчину. Мы несколько раз пытались вручить повестку, он убегает от повесток, скрывается. Поэтому хотелось бы услышать от него, как он себе представляет. Я считаю, что каждый мужчина у нас в стране должен пройти через военную службу. То ли это будет контрактная армия, то ли это будет очередной призыв, но убегать и скрываться от боев, а потом поучать ветеранов, которые сидят напротив него. Мы очень их поддерживаем, потому что это ребята прошли пекло. И основная причина вот тех проблем, которые возникают у ребят, которые вернулись из АТО, это неуважение к ним. Это вызывает, естественно, у них агрессию. Люди прошли такой ад, а здесь их могут оскорбить и в транспорте, и даже на улице. Поэтому уважайте этих ребят. Может, у них очень много отрицательных сторон, там их называют аватарами и все это самое. Но, тем не менее, это наши защитники. А наша задача вот таких крепких, как наш Невенчиный, помогать этим ребятам или хотя бы пойти пару месяцев послужить в армии. Вот пусть он ответит, почему он ухиляется от повесток и от службы в армии. Спасибо, студия. Спасибо. Сейчас Максим ответит. Я только хочу обратить ваше внимание, что не надо, пожалуйста, путать и говорить, что вот мы всех ребят, которые вернулись оттуда, называем аватарами. И мы их, значит, клеймим. Давайте четко разделять. Вот мне тут написали на Фейсбуке, что аватар это потому, что в фильме у жителей планеты, той планеты, на которой происходило действие фильма «Аватар», они синие. И вот поэтому, ну, синяки, алкоголики, вот как бы вот потому и аватары. Так давайте все-таки вот говорить о том, что есть аватары вот эти вот самые синие, а есть герои. И не нужно говорить, что мы героев обижаем в троллейбусах, и поэтому они с горя пьют. Максим, очень коротко, прежде чем Максим, вот совсем уже сейчас дам слово, хочу сказать еще одно. Может быть, Сергей Танасов расскажет. Недавно прошла замечательная информация по поводу того, что руководитель областной организации «Блок Петра Порошенко» Андрей Водотурский тоже получил повестку. Тоже молодой, крепкий.
совсем не пьющий человек. Точно бы не стал аватаром. Он сказал, нету закона, чтобы депутата Верховной Рады призывали в армию. Вот будет закон, пойду. Хотел обратить ваше внимание, что Руслан Кашулинский, вице-спикер, тоже будучи депутатом, служит сержантом. Там пожалуйста. Был разговор о трех детях. Закон нужно тоже в этом отношении поменять. Да. Ну, это, значит, конечно, первое, я хотел ответить на вопрос об оскорблениях. Во-первых, не нужно смешивать одно с другим. Оскорбления я никогда не выражал ни в отношении кого. Если вы говорите о том случае, который у меня был в мае, то группа, которую создали люди и назвали группу «Автобыдло», с целью просто выставлять какие-то фотоснимки и таким образом оскорблять людей, которые паркуются там или не там, то я когда-то опубликовал снимок и задал вопрос, правильно ли перекрывать основную магистраль, одну единственную, по которой идет сообщение, и скорой помощи, и пожарной части, правильно ли ее перегораживать. Вот это важный момент. То, что группа «Автобыдло» и то, что люди, которые создавали группу и решили расценивать это как оскорбление, Максим, это совершенно не имеет отношения. Расскажи про свою повестку, сказать, давай наконец послушаем ветерана. Я хочу задать вопрос. Такой момент. У меня есть трое детей. Я не разделяю позицию, которая сегодня действует, что необходимо защищать или необходимо воевать, потому что я не считаю, что вот то, что идет, оно придет сюда. Совершенно иные у меня убеждения. Это раз. И у меня есть трое детей, поэтому я не ухиляюсь от повестки, которую вы говорите, по той простой причине, что мне ее не присылали. Понятно. Ну, то есть у тебя есть трое детей, так же, как у народного депутата Ватутского, и поэтому вы в равных условиях. Все, хорошо. Пожалуйста, Олег, Сергей, Ольга Николаевна, вот ваше время, пожалуйста. Попрошу режиссера вот ближайшие 10 минут не давать звонки в студию, потому что мы действительно не сможем поговорить. Пожалуйста. Я вважаю, що вам повезло, що ви не пішли туди, якщо ви не потрапили якимось чином туди, тому що, ви знаєте, там миттєво розбираються ті люди, які... Їм даються, їм зразу вішаються ярлики, наприклад, аватар, ми Зеленкою навіть буває, що на лобі, наприклад, от вистраюється все, весь підрозділ, от, наприклад, 28-го, ви вважаєте це правильно? А яким чином з ним ще боротися, поясніть, у нього забирається зброя, ви уявляєте, ви маєте право розділяти людей, чи як? А ви вважаєте, що це нормально, коли людина з автоматом біля вас ходить? А ви вважаєте, це нормально, коли ти стоїш на нулі, коли ти стоїш, він стоїть з вихлопом і тебе охороняє? А яким чином буде командир працювати? В нього немає ніяких повноважень. Сергій, хорошо, от, все, господа, пожалуйста, тише. Сергій, от Олег сказав о тому, що він діяв. Сергей Бурковец. Если вы намазали, вот у Майкла подразделение, намазали кому-то лоб зеленкой, как бы это воспринималось? Намазали, написали аватар на нем. Потому что он признанный. Так, господа, аватаром, помолчите. Я очень хочу услышать сейчас мнение Сергея Танасова. Сейчас мы еще после этого посмотрим один сюжет, где там тоже есть очень много интересного. Сергей, пожалуйста, вот что вы считаете? Правильно вот это самоуправство или прав Сергей Бурковец, когда говорит, ну не имеете права, надо людей перевоспитывать, не знаю, в угол ставить, еще как-то. Вы рассказывали об этих, нет, Олег рассказал об этих клетках, тоже зверство, наверное, да? Пожалуйста, с вашей позиции. Каждый человек, который идет на фронт, да, там жизни угрожает большая опасность. И в любое время вас может ранить, либо убить. Ну да, хорошо, если ранили, то надо вколоть бутерфенол, либо там... на флубин, какое-нибудь хорошее обезболивающее, дабы не умереть от болевого шока. Если человек находится в состоянии алкогольного опьянения, обезболивающее не действует, то человек умирает. Как потом командиры будут отправлять домой и говорить, что он там умер как герой, или там его там не спасли там, с минимальными ранениями? Почему он будет, матери будут спрашивать, почему он там скончался? Вот. Это все из-за того, что он пил. Если командир... Все начинается с командира отделения, который должен работать на своем уровне. Если командир отделения авторитет для своего личного состава, который беспрекословно будет выполнять его приказы, если сержант завоюет доверие своего личного состава, то у него в подразделении, в его отделении будет все хорошо.
Понимаете, это называется лидерство. Лидер — это тот, который впереди. Американцы еще говорят, когда работают со своим подразделением, командиры, у них есть такое выражение, вот, но переведу на русский. Я сзади, но я впереди. Это человек достиг такого уровня уважения в своем подразделении, что он может быть сзади них, вот, и они слепо будут подчиняться его приказам, не обсуждая их, там, не входя в дискуссии, и не дай бог его не выполнить. Правильно ли мазать зеленкой? Это, наверное, удел слабых. Спасибо. Я хочу сейчас предложить вашему вниманию сюжет о рейде Кордона. И вот почему. Там, кстати, Сергей, по-моему, тоже каким-то образом, в одном в таких рейдах принимал участие, может быть, не в этом конкретно. Там мы увидим сердобольных граждан, которые вот помогают военным купить водку. У меня есть очень хороший товарищ, ну просто я восхищаюсь. Ему действительно, вот имея большие проблемы с заработком денег, вот все, что ему удается заработать, он тратит на армию. Он там варит для них печки, он шьет для них маскхалаты. Вот, ну, действительно, вот он просто приезжает там с продуктами, говорит: ребята, я хочу устроить вам праздник, вот я вам сейчас там ухи сварю. Но при этом он говорит: ну, пацанам же там тяжело, ну я им там пиво привез. Не, ну не только пиво, им там и водки, и коньяка привез. Не, ну они ж немного, так все нормально. То есть, вот, правильно вы говорите, да, есть общество, есть армия. И они неразделимы, и армия — это слепок общества. И с одной стороны, да, вот мы сейчас увидим сердобольного дедушку, который покупает водку военным. А с другой стороны, мы уже видели, да, вот людей, которые говорят: ну как же так, они вот порезали наших односельчан. Сергей, пожалуйста, прежде. Я лично Танасову передавал. Еще опять же, рыба гниет с головы. Когда там есть видео, да, когда зашел я в магазин, хотя перед этим произошел инцидент с поножовщиной около этого же магазина. Вот. И продавец, зная этих ребят, продолжает продавать алкоголь дальше военным. Причем покупают не солдаты. Это тогда был инцидент с офицерами. Причем не самого низшего звена. Вот. И это не были тогда аватары. Хорошо, спасибо. История о том, как нормальные, казалось бы, люди превращаются в аватаров. Прежде чем я сейчас дам этот сюжет, я хочу сказать, вот я на протяжении этих последних там 2-3 дней, ну, встречая знакомых, говорю, что вот будет программа, там, смотрите, звоните. И мне все в один голос военные говорят: это дело в командирах. Все дело в командирах. Вот где есть нормальный командир, там есть нормальная часть. Мы еще посмотрим сюжет о батальоне «Киев-1», а сейчас, пожалуйста, сюжет о рейде Кордона. Я купил. На место поставьте. Нагни сюда, я скажу тебе. Мужчина дал мне деньги. Снимаешь, нельзя военным продавать. Поставьте на место. Мужчина, скажите, вы купили водку или вот товарищ? Нет, это я купил. Я купил. Сколько она стоит денег? Вот это 7 рублей стоит. Молодой человек, вы платили за водку? Я платил вообще-то. Кто платил? Мужчина давал мне в руки деньги. Мужчина только что мне на уши нашептал. Мужчина, сейчас вы вызываем милицию, и вы тогда скажете правду. Кто покупал водку? Я покупал. Чего вы себе взяли, если мужчина дал деньги? Надо рассказывать, девушка. Вы видели, что он мне дал в руки деньги? Я видел, что... Чего вы это не снимали? Я могу забирать. Это не ваша задача. Вы взяли себе помидор. Сколько денег вы заплатили? 20 гривен. Мужчина, вы свою водку отдали военному? Нет, я еще беру. Дядька рядом предложил, давайте я куплю вам и вам отдадим. Это так напрямую в руки нельзя, лучше волонтеры. Он сидит
Александра Финькова, пожалуйста, она уже третью тему пропускает. Надеюсь, что на четвертой о ней будет что сказать. Пожалуйста. Мы упускаем еще один момент. Мы говорим об армии, мы говорим о населении, мы говорим о власти вообще как таковой, там, и верхние ее там звенья и местные и так далее. Мы, находясь в масс-медиа, вот этот момент упускаем вообще, масс-медиа как таковые. Наша война, в которой оказалась наша страна, гибридная. Это уже слово, которое всем замылило уши, тем не менее. Очень мощный фронт, фронт информационный. Практически все те средства массовой информации, которые значительно влияют на информированность населения, у нас частные. И вот то, какими законами и какими правилами регулируется эта сфера, у меня, как у психолога, вызывает недопонимание абсолютное в ситуации войны, когда могут говорить что угодно, когда угодно, выдавать любую информацию, любые интерпретации, выпускать кого угодно в эфир, не неся никакой ответственности, не проходя никакие фильтры. И получают эту информацию люди, очень часто не умеющие обращаться с информацией, не умеющие понимать, где манипуляция, где факты перекрученные ради манипуляции. И потом мы ожидаем от населения, что оно будет к военным, к военной прокуратуре, к беженцам, ну вот ко всем, к волонтерам, кто каким-то образом с этой войной связан, относиться со всей мудростью, со всем пониманием и вести себя как разумные люди. И мы клюем власть, что власть не делает. Власть там не делает то, не делает это, хотя, казалось бы, там то, что сделано, бумажную работу они сделали, а рычагов нет, вы там уже потом не разберешься, кто прав, кто виноват. Есть еще ответственность взрослых богатых теть и дядь, которые владеют телеканалами, интернет-изданиями, радио, газетами, журналами и прочим, 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 которые позволяют зарабатывать деньги, политические дивиденды, участвовать в выборах тем или иным образом, играя на вот этих болезненных темах и подпитывая ту проблему, ту трагедию, которая происходит. И вот делать вид, что это очень незначительно и можно выбрасывать, вот этого нельзя. Аля, то есть я хочу понять, я вот тоже тут дядя и тетя, которые не фильтруют информацию, выдают ее в эфир? Нет. Нет, я говорю сейчас о совершенно других вещах. Когда идет явная дезинформация. То есть, например, уже пошли вещи на склады, и их надо дальше распределять. И в это время у нас со всех каналов и по всем новостям «Голи, боси, питпереза, не привезите носков». То есть, на самом деле, это не так. Ну, об этом мы тоже говорили. Но это я сделала сейчас, на самом деле, дело не только в армии. Дело в том, что есть люди, которые жалуются, что так, а на самом деле, поди пойми. Хорошо, это отдельная тема, это человеческая, слишком человеческая. Давайте послушаем звонок в студию. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, здравствуйте. Я тут вредный фишер, который там постоянно вам звонит. Значит, что я хочу сказать? Во-первых, хочу поблагодарить Олега Мудрака. Я его лично не знаю, я просто знаю насчет тех друзей, которые служили мы еще в советские времена в морской пехоте. Это человек, который действительно поднимает армию Украины. Это первое. Насчет второго, насчет аватаров. Ситуация такая простая, можно проверить по карточке, по всем нашим документациям, которые проходят все Володарского угла Кима. Дают вызов, мы приезжаем, лежит человек, плохо, умирает, плохо. Мы приезжаем, лежит пьяный, с нашивками, которые сейчас вот на груди, ну, не те погоны, которые на груди, просто там старший сержант. Ну, приезжаем, как обычно, давление, все дела, все пятое, десятое, там, туда на шадырь под нос, вскакивает, и пошел ты на, и пошел ты ле. Ну, и, как положено, Лиане сообщают, то есть диспетчеру нашему, говорю, Лиана, тут лежит военный, так и так, что делать? Она говорит, ты померил давление? Да, давление стабильное, пульсация, да, ну, короче, все нормально, стабилизация нормальная, нет угрозы жизни. Ребята, ну это ж просто на улице, давайте кого-то пришлите. Говорю, пришлите мне комендатуру. Я уже 25 лет назад, когда служил в армии, простите, я не знаю, что сейчас творится. Я инвалид, мне, ну, факт не в том. Я звоню, говорю, пришлите. Она говорит, сейчас, говорит, военной комендатуры нет. Сейчас мы тебе пришлем милицию. Приезжает милиция, смотрит на нее, говорит, а что мне вызвали? Это же вояка. Я говорю, ребята, ну смотрите, я к нему подхожу, он мне пошел на, пошел зе. И что мне с ним делать? Это второе. Ой, Господи. А третье, это знаете, что
когда было ДТП, когда БСМП привозили пострадавших, ну, я понимаю, что все очень тяжело, конечно. Война – это страшная вещь. Просто, ну, нельзя, когда пострадавшие ваши военные, наши военные, грубо говоря, попали в БСМП. И я после этого, через 3 минуты, заезжаю на рампу, на эстакаду, и везу женщину ЖКК, ждущую кишечную, тяжеленную. А, и водитель мне кричит: ребята, зайдет, пошел на... Ну, это нельзя так, ребята. Ну, поймите, война отдельно, жизнь отдельно. Нельзя такое делать. Надо как-то... Спасибо. Подожди, пожалуйста. Я понимаю, что вот мы все время вот ходим по очень тонкому льду. Да, и... Хотя мы постоянно говорим о том, что аватар – это одно, армия – это другое, все равно периодически вот происходит это перехлестывание. И я очень хочу, вот здесь есть в студии Владимир Лысюк, великолепный журналист, который вот недавно вернулся из зоны АТО, снял блестящий совершенно фильм «Батальон», надеюсь, что вы его видели. Если нет, пожалуйста, посмотрите на нашем сайте в «Николаеве.Инфо». Я хочу предложить вашему вниманию его репортаж о батальоне «Киев-1». Мы туда провожали нашего друга Сергея Веременко, который пошел туда добровольцем. И что примечательно, вот он говорит: я много поездил по АТО, и поскольку я доброволец, я вот хотел в какую-то конкретную часть попасть, где я знаю, что ну, вот все правильно. И вот именно вот эта добрая слава о батальоне «Киев-1» привела его именно туда. Вот давайте посмотрим этот сюжет. Ця поїздка була психологічно складною, адже ми їхали не у звичне журналістське відрядження, а проводжали на війну свого друга, волонтера Сергія Веремієнка, який прийняв рішення піти на передову добровольцем. Місцем служби обрав батальйон «Київ-1», а тому ми прямували в Курахове. Дорогою не забули купити хлопцям гостинців. Дякуючи миколаївському патріоту Станіславу Подячеву, мали за що. Та й добрі люди зустрічались. На Херсонщині чоловік, який торгував овочі при дорозі, передав хлопцям мішок запашних динь. Бійці знаменитого К-1 зустріли нас гостинно і щиро, і вже у той момент я зрозумів, чому Сергій вирішив воювати пліч-опліч саме з цими хлопцями. Я розумів, що я однозначно піду добровольцем, але мені залишилось вибрати, як говориться, команду, з якою я впевнено пойду плечом к плечу, яких можна поставити за спиною. Ну и увидев ребят, их поведение, отношение к этой беде, отношение их в расположении, отношение их на передовой, на службе, стало мне по душе. Один з підрозділів батальйону «Київ-1» базується в Кураховому, але працюють хлопці ще й в сусідній Красногорівці та інших довколишніх населених пунктах. Патрулюють вулиці, перевіряють підозрілих осіб та транспортні засоби, які заїжджають з тимчасово окупованої території на предмет контрабанди, перевезення зброї та вибухівки, зачищають підозрілі об'єкти. Але враховуючи той факт, що Красногорівка розташована практично на передовій, бійці К-1 тісно взаємодіють з підрозділами Збройних сил, надаючи їм вогневу підтримку та виявляючи і знищуючи терористичні диверсійно-розвідувальні групи. Терористи постійно намагаються прорвати периметр, постійно намагаються прийти всередину міста і тут розчинитися. На периметрі постійно спрацьовують сигнальні міни. От, і відповідно часто буває так, що ввечері лунають постріли артилерії і відбувається бій на короткі дистанції. Під час нашого спільного патрулювання вулиць Красногорівки надзвичайних випадків не сталося, але бійці запевняють, ця тиша оманлива. Бійці батальйону «Київ-1» виконують свою повсякденну роботу. Перевіряють транспортні засоби, патрулюють вулиці та перевіряють підозрілих осіб. Хлопці кажуть, що вдень у Красногорівці тихо, але надвечір бойовики активізуються і тоді з цієї сторони прилітає. І прилітає добряче. Східний район містечка, так звана Восточка, що розташована навпроти позиції бойовиків, поколупана мінами. Багатоповерхівки та будинки приватного сектору частково зруйновані. Місцеві жителі говорити на камеру не поспішають, мнуться та згадують події ще минулорічні. Літіло цей раз відсюди. Буває, прилітає і відсюди. От той дом, якщо це, ну, це було ще в прошлом году, прилітало і відсюди. Поэтому, ну, в основному летит, конечно, отсюда.
Оттуда це з боку позицій бойовиків. Видно, що Миколі нелегко даються ці слова, але то й не дивно. Місцеві жителі у переважній більшості до українських вояків та силовиків ставляться, м'яко кажучи, недоброзичливо. Маячня про Совєтський Союз та ковбасу по 2,20 і досі не дає їм спокою, ще більше загострює існуючу проблему та нівелює будь-яку можливість конструктивного діалогу. Хотілося б, звісно, виполучити, щоб був контакт. Чтобы они шли к нам на контакт, потому что мы делаем свою работу и делаем, как в моем понимании, делаем ее качественно. То есть мы приехали сюда для того, чтобы навести мир, чтобы в наши города и в города других людей тоже, чтобы не пришло вот это все, что здесь творится. Тяжеловато, конечно, на контакт местное население почти не идет. И здесь, и в других районах, куда мы ездим работать. Ну, все равно пытаемся. Пытаемся идти на контакт, то есть показать, что мы не каратели, а все-таки нормальні, здравомислящі люди. Та в той же час вата головного мозку вразила не всіх жителів східних областей. Нам вдавалось зустрічати патріотів, які не мислять свого життя без України. Я українець. Я родился здесь, вырос, прожив все здесь. Красногорівка – мій рідний город. Я українець. Ми були в патрулі в Красногорівці, в північній частині міста. І бачили стареньку, яка сиділа біля хатки, побачивши нас, вона підвелася, перехрестила нас, сказала: «Дай вам Боже здоров'я, хлопчики, нехай вас ангели захищають». І, на мою думку, поки такі люди лишаються на Донбасі, то за них є сенс воювати, скільки б їх не було. Саме це відчуття потрібності і правильності зробленого вибору допомагає бійцям батальйону «Київ-1» йти до перемоги попри всі труднощі і проблеми, яких, на жаль, вистачає. И вот в этот сюжет не попал один такой замечательный фрагмент, который, я думаю, Владимир сейчас сам расскажет, вот о той клятве, которую дали бойцы батальона «Київ-1». Ну, перед усім, дуже багато ми тут говорили про проблему, яка, власне, зібрала нас всіх в цій студії. І я хотів би дуже коротко, перед тим, як поговорити про «Київ-1», згадати ще одне своє відрядження. Минулорічне, також осінь, в вересні місяці, під Гранітне ми тоді з волонтерами возили допомогу 19-му тербату. Там було дуже гаряче тоді, насправді дуже гаряче. Стельманового хлопцям насипали по зав'язку, а в них не було нічого. Найважча зброя – це ручні гранатомети і підствольники, власне. Ну, крупнокаліберні кулемети. І коли поверталися ми назад, ми забирали в Маріуполі 4-200-х наших хлопців миколаївських, щоб привезти їх сюди, 4-300-х наших, я вибачаюсь, і 1-200-го. І в бусику, коли ми їхали з пораненими, один з офіцерів розповів той випадок, я тоді якраз почув від нього, а потім він став резонансним, цей випадок, про те, як декілька десятків бійців батальйону 19-го батальйону залишили бойові позиції і просто пішли звідти, тому що от ми не можемо, немає чим воювати і так далі, і так далі. Але в той же час, до чого я це веду, в той же час частина хлопців залишилась, вгризлася в ту землю зубами біля того Гранітного і трималася з тим, з чим могла триматись. Так от, ми зараз говорили багато, про що ми говорили, але ми не говорили про єдине, про мотивованість людей. Розумієте, якщо людина мотивована, якщо вона дійсно доброволець, а не насильно мобілізований, вона знає, для чого вона туди йде. Вона знає, які, ну, що вона буде там робити і для чого вона буде це робити, розумієте? І от наша от уже поїздка в батальйон «Київ-1», коли Курахове, Красногорівка, в Пісках ми були, тому що хлопці там патрулюють серйозну територію, вони ж виконують там не лише поліцейські функції, вони, в принципі, допомагають і Збройним силам України, вогневою підтримкою, перехоплюють диверсійно-розвідувальні групи. От. Але в той же час, от коли вони йшли саме в цю ротацію, цей підрозділ, з яким ми спілкувалися, з яким 3 доби прожили пліч-опліч, вони дали клятву своєму командуванню батальйону і своїм рідним, що перебуваючи там, на передовій, в зоні антитерористичної операції, вони не будуть вживати алкоголь взагалі, навіть пива, навіть безалкогольного. Розумієте, вони дали цю клятву, і, повірте мені, вони її виконують. Чим просто до сказу доводять місцеве населення? Місцеве населення не може зрозуміти, як це так. Вони ж, здається, міліція. Ну, шеврони, нашивки, МВС, а не п'ють. Як це міліція не п'є? Ну, бути такого не може. А от вони не п'ють. Вони дуже ввічливі, вони дуже гарно виконують свої функції. Вони накривають точку самого наваріння, 2,5 тонни браги в унітаз.
контрабандний алкоголь вилили тут же. Цигарки контрабандні склали в купу, бензином облили, підпалили. Місцеві казяться, вони не розуміють, що таке може бути. Така от принциповість, розумієте? І я був просто, ну, я не можу сказати за весь батальйон, я не знаю його особовий склад повністю. Але от ті хлопці, з якими нам довелося там спілкуватися, ну, вони просто класні, вони дійсно класні. Вони всі добровольці, вони всі дуже добре мотивовані. Повірте, там навіть є сімейна пара от в цьому підрозділі. Дружина пішла разом з чоловіком захищати, залишивши вдома п'ятирічну доньку, вони пішли захищати батьківщину. Це, ну, такі випадки, ви розумієте? І от говорити про цих людей погано, не повертається язик, хоча не все так гладко, і в батальйоні «Київ-1» теж є певні проблеми. Але ви розумієте, от я не дарма про це згадав, тому що саме мотивованість людей, вона вирішує дуже багато проблем. Ну, дійсно, Сергій не дасть мені якби збрехати, він прекрасно це розуміє. Що якщо людина патріот, якщо людина мотивована, і вона йде, ну, свідомо йде на війну, знаючи, що може загинути, а вона йде захищати свою батьківщину, ніяким аватаром вона не стане точно. Володя, спасибо большое. И мы сейчас послушаем звонок в студию, а потом я попрошу еще 10-минутного тайм-аута телефонного у режиссера, для того, чтобы мы опять нормально смогли послушать наших гостей. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Алло, добрый вечер, студия. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как это... У меня человек пошел служить. И сейчас он... Это были в Мариуполе, сейчас он в Славянске. Національна гвардія, часник третьої лінії оборони. В них немає їсти, нічого. Вони складаються, купляють собі каструлі, казани. А тепер просять, жінка, перейшли гроші, бо їсти в нас нема що. За що ж вони воюють, скажіть, пожалуйста. Спасибо. Сергій Танасов, ну, ви, наверное, ближе всіх вот, к центрам прийняття рішень, лучше знаєте, пожалуйста, потом Олег, ну, все по очереди, Олег, Сергій, пожалуйста. Я бы хотел сначала вот к этой женщине обратиться. Я знаю, что такое третья линия обороны. У меня ребят, которых посписывали в свое время, попереводили в другие части, и они сейчас служат, ну, стояли тоже на третьей линии обороны и под Мариуполем были. Я вам скажу так, туда все подвозится, у них есть что есть. Они тепло одеты, им есть где мыться, потому что это третья линия обороны. Они как минимум живут в каком-то детском саду, либо бывшем санатории. И если вы говорите сейчас за Славянск, то там до боли все нормально. Это ложь, скорее всего. Если у вас есть возможность проверить достоверность слов вашего мужа, я вас убедительно прошу позвонить какому-то адекватному человеку, который служит с ним где-то рядом, вот, и уточнить. Не злоупотребляет ли муж алкоголем, либо, скажем так, честно ведет себя по отношению к самому себе. Это спасибо, вот. Сережа. Пожалуйста, Олег, Ольга Николаевна, вот 10 минут ваши. Спасибо. Значит, очень много тут говорилось. Я перепрошу, видно російський, я миттєво перескочу. Я дуже багато тут говорилось, от, особисто про широкий лан. Я на широкому лані також був, знаю ці проблеми. Я знаю чудово, що, наприклад, для того, щоб попрацювати з підрозділом, який прийшов на ротацію, який прийшов на бойове злагодження, для того, щоб з ним попрацювали якісь спецслужби, для того, щоб хлопці потім перейшли туди і можна було вже когось тримати конкретно за одне місце, спеціально привозять самогонку, спеціально ловлять на певних моментах. Це знаємо ми чудово. Якщо цим займається, наприклад, якби цим займалася нормально військова контррозвідка, от, то я думаю, таких би моментів не було. У нас були навіть такі випадки були, коли просто з намету телефонували, з широкого лану телефонували з намету, і машинка під'їжджала, зупинялася в любій кількості там, ця горючка видавалася як положено. Потім ще, знаєте, у людей просто немає якоїсь ну, внутрішньої немає честі. От Володимир чудово сказав, що мотивованість має бути, чого ти туди пішов. Якщо ти туди пішов дійсно захищати вітчизну, то коли тобі, наприклад, дають 2 доби відпустки, то ти не йдеш в Кринички, і ти не йдеш в Ульянівку, шкоду там робити людям. І позорити нашу форму, розумієте? А ти їдеш додому для того, щоб побачити рідних, для того, щоб рідним показати, що от, ну, ти просто маєш до рідних приїхати, розумієте?
І от саме по умотивованості. Ви знаєте, от я скільки років не був в армії, і коли я прийшов, я подивився на офіцерів. От наші офіцери 28-ї бригади, це люди, які, ну, скажімо так, три комбати, у жодного з них немає своєї квартири. Їм не видала держава квартири. У жодного з них немає свого автомобіля, такого, якого він заробив за часи служби. І ця людина йде на війну гинути, розумієте чи ні? Тому що, от, я вам чесно кажу, зі мною комбат мій спав, от я спав отак, і біля мене спав комбат, а отак спав начальник штабу. Тому що я був у розвідзводі, в мої прямі функції входило охорона штабу, ну, якби офіцерів. Тому я з ними якби жив, розумієте? І ці люди, які їли разом з нами, з одних котілків, повірте мені, немає там ніяких ад'ютантів, ніхто не бігає. І нашому комбрігу ніхто не заносив одне місце, розумієте? І сьогодні відношення до 28-ї бригади теж дуже цікаве. І ви знаєте, що це 28-ма бригада зупинила літній наступ по Мар'їнці. Хлопцям видали грамоти, ви уявляєте собі, чи ні, яке кощунство? От давайте про мотивованість скажемо. Скажіть мені, в якій країні відправляють солдата на війну, не застрахувавши його? Нам видали карточки зарплатні, Приватбанк, пана Коломойського, мерзотника. Розумієте? Видали ці приватбанківські карточки. І я 4 рази дівчат цих питав, які сиділи в наметі, нам це видавали. Я їх питаю, ви мене застрахували? Я на війну йду, розумієте? Якщо зі мною щось станеться, можливо, сім'я там якихось, ну, хоча б там якусь невеличку компенсацію отримає. Тому що пацану 14 років і дружина, розумієте? Ну, це абсолютно нормальне питання, так чи ні? Мені сказали, да, ви застраховані. Коли зі мною це сталося, виявляється, я не застрахований. Ну, то скажіть мені, де моральна норма цього Приватбанку, скажіть мені? Де моральна норма цієї держави, яка відправляє своїх хлопців туди? Розумієте чи ні? І можливо, знаєте, от в такий момент, можливо, можна навіть з Максимом погодитися. Що він скаже, що у мене троє дітей, все нормально, класно, я нікуди не піду. І знаєте, я з ним в певній мірі навіть погоджуюсь, тому що кожен має, наприклад, от Олег про це говорив, і Володимир про це говорив. Чудово, все правильно на все складається. Розумієте? Що ми маємо з вами сьогодні розуміти, чого туди людині йти. Ми маємо сьогодні з вами розуміти, що якщо туди йде, то він йде воїн. Він вміє воювати, він знає, як автомат тримати, він знає, як його розбирати. Він візьме любу зброю, він нею може користуватися. Для того, щоб, скажіть мені, скільки треба часу, щоб, наприклад, НСВТ навчитися з нього працювати? Скільки треба часу для того, щоб навчитися АГСом працювати? А ще з коректіровщиком, а ще з допомогою, а ще з цим всім, розумієте? А наші командири сьогодні нічого не мають. Вони пішли туди в АТО, їм навіть земельні ділянки не видали. У них немає квартир, у них нічого немає. І ці люди сьогодні воюють, розумієте чи ні? І сьогодні в цього звичайного офіцера, якщо він сьогодні якимось чином, от я з вами також погоджуюсь, що можливо це, знаєте, можливо це не методи. Но офіцер сьогодні не має впливу жодного на солдата. Я кілька разів був свідком того, що просто іде, наприклад, начальник штабу бригади, зупиняє солдата. Ти куди йдеш? Додому їду. А хто тебе відпустив? А ніхто не відпустив. А пішли ви. Далі піде. І все. А що він йому зробить? Реально. І нет механізму. Немає жодного механізму. Немає захисту цього офіцера. Ви розумієте чи ні? І ці хлопці, які там служать, от чесно я вам скажу, що це все просто відбувається от таким просто от на духу, на оцій мотивованості. Хлопці воюють просто на духу і на мотивованості. Олег, спасибо. У Сергія є що сказати. Да, ви говорили, що скільки часу треба обучити солдата. Троє суток. Троє суток солдата, який хоче воювати, через троє суток – це повноцінний боєць. Якщо його окружають нормальні люди і толкові командири. За 2 роки не стаєш воїном. Ольга Николаевна, я думаю, що от ви різних речах говорите, да? Олег говорить о внутреннем вот этом вот стержне человека, который ощущает себя воином,
А Сергей говорит об умении человека, который воином, в общем-то, не является, ну, научиться пользоваться оружием. Да каждый мужчина вы в говорите... душе воин. Он добытчик, он охотник, понимаете? Это сущность наша. А вот Максим, например, нет. Например, не на каждого человека просто хочется бросаться. Ольга Николаевна, мотивации пожалуйста. Нет. Хорошо, Максима господа, нет так, вот пока помолчат зрения. Наши эксперты, потому что гости за сегодня практически ничего не сказали. Ольга Николаевна, пожалуйста, ваше время. Вы знаете, мне просто сейчас переполняют эмоции, слушая все это. Я не могу понять Олега. Во-первых, мне резануло по ушам выступление фельдшера, как он сказал, да, что давайте, ребята, не будем путать. Война войной, а жизнь жизнью. Вот, наверное, только потому, что давайте не будем путать война войной, мы получаем то. Давайте будем все отзываться так, как невенчанные. У меня детей. Вот Олег, да, ему там, как говорится, может, он и правильно сделал. Извините, ребята, полтора года назад, когда забрали Крым и началось твориться безобразие, мягко будем говорить, в Донбассе, понимаете, туда, естественно, пошли, туда пошли настоящие мужчины. Тогда в тот момент, когда я только помню, как я провожала 79-ку, которая выходила на 60-ти кразах, КАМАЗах, БТРах, которые тух-тух-тух-тух ехали, из которой дошли до Чангара 7, потому что они рассыпались. О какой армии вы говорите, должны это? Где тогда у нас была армия, ребята? Пошли настоящие мужчины. Если бы они не пошли, то у нас, я вам хочу сказать, уже бы неизвестно, что было бы. Танки, грады, пули, и, может быть, у нас было бы хуже, чем в Донецке. Вы в это не верите? Это ваше право и ваша совесть. А я кланяюсь тем, потому что у нас ни армии не было, у нас не было ни танков, и ребята, в чем были, пошли и благодаря тому, извините меня, и в Зеленополье, и на Сапунгаре, и где нет, что творилось, что пережили. И когда сейчас говорят, давайте не путать, потому что правильно, 9 мая, я первый раз поехала в АТО. Ситуация критическая. Постоянные провокации, постоянные диверсии. Ребята, я же говорю, мы были в тот день под Донецк. 10 дней праздника. Купечество гуляет. Концерты здесь, шашлыки везде, здесь. Чьи-то матеря седые, чьи-то дети, как говорится, роют, воют, потому что потеряли кормильцев отцов, а у нас купечество гуляет. А ведь День Победы. А ведь эти ребята, которые стоят там, это главные были на тот момент герои, потому что они продолжатели, они наследники тех дедов, тех прадедов, которые защитили их. Так может быть им тоже не надо было идти на войну? Может быть тогда были немцы бы, ну не пришли, может мы сейчас хорошо. Давайте будем жить по такой философии. И на сегодняшний день, на 9 мая, когда мы приехали к ребятам, которые... Я клянусь вам, они стояли перед нами на коленях. Говорит, понимаете, мы понимаем, вот для чего мы здесь, потому что мы смотрим праздники, парады, шашлыки и так далее. И сидят мужчины, которые говорят, давайте не будем. И когда, понимаете, мы всегда делаем поздно. Я не мужчина, я не понимаю. Но когда мы вот открывали волонтерский пост на ЖД вокзале, когда я пообщалась с людьми, вы верите, эту комендатуру вот так брала, и эту ВСП вот так брала. Ребята, пожалуйста, давайте сделаем пункты дежурства. Всякое бывает. Бывает даже нормальный человек едет в отпуск, военный. Он выпил от радости, от всего. Он выпил бутылку пива, а его снесло. Он просто ходит как невменяемый. Мы в Кринчиках поставили пост, да, Сережа? Сейчас стоит пост. Красота. Можете поехать, приглашаем, поехать. Правильно. Посмотрите. Вот, посмотрите здесь. Стоят когда 9 мая, вот написано. Можно поставим жить, дежурный, люди, поставим люди посты. Отдыхают. Спокойно, да? Но извините меня, почему мы 5 месяцев сидели и ждали? Где была эта военная комендатура? Где была власть? Где была эти все? Почему мы тогда пост не поставили? Может быть, до поножовщины не дошло бы? Может быть, и не дошло, совершенно верно. И правильно вы говорите, раньше была армия, и сейчас это две разных армии. Спасибо, Я понимаю, вы дошли до определенного логической паузы. Александр Финкова, пожалуйста. Хотела
хотела бы поддержать ваши эмоции, абсолютно их разделяю. И то, почему я заговорила тогда об информации, о СМИ, что у нас сейчас вот и здесь тоже происходит, то же самое, та же дискуссия, что и в обществе. С какой-то чуть ли не тоской вспоминается советская армия, то есть единственное, что было у той страны, нацеленная исключительно на военщину, ах, у нее была армия, ценой всего остального. У нас другая страна, у нас другие цели. Полтора года назад у нас армии не было вообще. И стоны о том, что ах, у кого-то там иначе, ах, вот было бы, ах, вот пусть делают. Ребят, ну не детский сад, не подростки, чтобы фантазиями ах, сделайте, ах, вот если бы. Есть реальность. Чем взрослее человек, зрелее в этом смысле, не в смысле возраста, а чем больше зрелости, тем с большим уважением он относится к реальности, к тому, какая она есть, принимает эти обстоятельства и действует в них эффективно. А чем больше человек позволяет себе ахов, тем меньше его эффективность и тем больше вибраций разрушающих, вибраций мешающих он создает. Причем я сейчас говорю не о каких-то там экстрасенсорных вещах, а о вибрациях, которые вот информацию, которую вокруг себя он распространяет, как он подает один и тот же факт. Вот был звонок от супруги как будто бы голодного бойца. Это результат вот этого вот зуда. Вместо информации, которая есть. Ей может прийти в голову, что все действительно так, из-за того, что со всех сторон звучит вот это вот самое «ах». Да нет уже очень многого из того «ах», которое было. Страна совершила чудо за полтора года из ничего. Да, я помню, как мы на складе, голые боссы и пацаны были, поэтому да, мы носки считали, отправляли и делили, кому мы вот эту десяточку, вот она есть, и кому же ждать, кто раньше уйдет, кто первый отзвонится, таким мы выходим им отвезти, а следующая посылка идет. Я помню этим блонидасом сожженные слизистые. Это было год назад, прошлым летом. Даже, получается, уже чуть больше, чем год назад. Сейчас иначе. Я помню, когда вдруг прекратились звонки по поводу того, что нужны аптечки, потому что они пошли. Вот об этом надо говорить, вот это надо понимать. А когда происходит зуд, это не информирование, это зуд. Ах, сделайте, кто сделает? Уже делается. Александр, спасибо. Я обещал дать слово вот еще нашим экспертам, но очень хочу, чтобы просто вот сейчас не заболталась эта тема относительно ответственности СМИ, да? Я хочу вернуться к тому, с чего мы начинали, к тому, как журналисты пытаются выполнять свои профессиональные обязанности по-настоящему. Ну, думаю, что никто не сомневается в абсолютной кристальной порядочности Андрея Лохматова. То есть можно говорить о разных журналистах разных, но Андрей порядочный человек, действительно. Саша Влащенко при всех своих политических взглядах никогда не путал комментарии политические и изложения фактов. И где бы он ни бывал, он писал как журналист. А свои уже там политические взгляды демонстрировал на майданах и антимайданах. Это его дело. Но есть профессиональные журналисты. И этим профессиональным журналистам мешают работать. Эти профессиональные журналисты мешают работать. Вот Татьяна Филиппова здесь, я надеюсь, она об этом скажет. А никакие меры не принимаются. Ни одно преступление против журналистов не было наказано. Мало того, Олег Солтис, который избивал у себя в подсобке Сережу Осетского, оператора, снимавшего вместе с Таней Лакезиной, насколько я помню, сюжет о том, что в Гнделеке Солтиса продают спиртное несовершеннолетним. Сейчас идет кандидатом в депутаты, и поверьте, бабушки за него проголосуют. Проголосуют за гречку, за скамейки. И все будет нормально. И он станет депутатом. И это пример того, что с нами можно делать все, что угодно. Давайте посмотрим сюжет, давайте посмотрим то, как реагирует эта журналистская организация, и как на реакцию журналистской организации никто не реагирует. Пожалуйста. На початку вересня на полігон «Широкий лан» для бойового злагодження прибули бійці батальйону «Айдар». Приблизно тиждень про них нічого не було чути, а потім хлопці освоїлися. Да так, що чи не щодня в ЗМІ та соцмережах почали з'являтися повідомлення про беззаконня з боку військових. Жителі найближчих населених пунктів вже сповна наговорилися з ними, тепер побиття лікують. А незабаром до них приєдналися і журналісти миколаївських інтернет-видань, які, намагаючись виконувати свою роботу, також постраждали від агресії айдарівців. Військові, мабуть, не знають, що вільний час можна проводити культурно, книгу почитати, в шахи зіграти, змагання влаштувати.
краще, на їх думку, напитись хмільної та швидше за кермо сісти. І обов'язково, щоб завершилось це ДТП. А коли представники ЗМІ на місці подій намагаються здійснити відеозйомку, герої сатаніють. Ситуація, коли в Миколаєві перешкоджають журналістській діяльності, насправді набагато більше, говорить голова обласної організації Національної спілки журналістів України Микола Стеценко. Організація готова захищати інтереси колег, навіть якщо вони не є її членами. От і після побиття на трасі біля Криничок спілка виступила з осудженням дій військових. Та інформацію про порушення прав журналістів було передано до Києва. Ми не можемо залишатися осторонь від цього. Тому ми кажемо, член спілки чи поза спілкою, але журналіст, діючий, це всі наші колеги, всі наші товариші. Ми мусимо боротися за їх права. Микола Стеценко каже, що міліція веде розслідування справ, пов'язаних з перешкоджанням у професійній діяльності. Втім, настільки повільно, що сподівань на завершення процесу майже немає. Ми просимо вже як обласна організація національної спілки все-таки вияснити суть справи, а справа була дуже, як кажуть, на долонях, взяли і побили на дорозі журналіста. Тільки за те, що він виконував свої обов'язки журналіста і свого видання і хотів зняти всю цю історію з аварії, із аварії на трасі. Ну і тому ми висловили свій протест, звернулися в спілку, проінформували спілку журналістів у Києві, Національну спілку журналістів, і від імені Миколаївської рішучий протест, звичайно, висловлюємо. І все-таки просимо органи внутрішніх справ скоріше розібрати ситуацію. Хоча в ситуації, пов'язані з одним сумновідомим журналістом та депутатом обласної ради, правоохоронні органи проявили неймовірну спритність. Йдеться про Миколу Машкіна. І в цьому випадку спілка журналістів проявила свою позицію. Машкін – член спілки. І навіть висловлюючи свої сепаратистські гасла, він залишався ним. Тому організація не залишилась осторонь, коли Машкіна арештували. Адвокат від спілки журналістів у нього був, наш Павло Іванович Репешко. Ми в курсі. Він відмовився там писати якесь прохання щодо спілки. Він вирішив, що він сам мусить відповідати за свої вчинки. Тому і так і вийшло. Ніяких заяв не було і не могло бути, бо він сам висловив своє ставлення до цього і через адвоката нам передав. За коментарем стосовно перешкоджання журналістській діяльності ми звернулись телефоном ще до одного миколаївського діяча – секретаря Національної спілки журналістів України Гліба Головченка. Він у Польщі. Своє прохання щодо коментаря продублювали на Фейсбуці. Прочитав ще у вівторок, 29 вересня. Втім, відповісти можливості не знайшов. Добре, будемо вважати, що Гліб просто був справді далеко від інтернету, не зміг відповісти. У нас лишилося 5 хвилин до кінця ефіру, і ми ніяк не можемо перетягнути цей час. Тому я хотів буквально по пів хвилини дати можливість висловитися тим, хто не висловлювався. Зокрема, Тетяні Філіповій, яка представляє тут саме ось цю журналістську спільноту і в курсі того, що відбувалося по тому конфлікту, про який ми зараз казали. Дуже хотілося почути Романа Возняка, такого незалежного експерта по законах. Будь ласка, Тетяна. Что касается журналистской защиты, журналистской деятельности, то реакция, скажем, правоохранительных органов и всех тех, кто должен помогать и охранять журналистов, в принципе, не помогают же не только в этом. Сколько раз мы не получали реакции на свои острые материалы. То есть не реагирует ни прокуратура, ни милиция. Ну, бывают такие случаи, когда просто точно так же игнорируют наши материалы и не замечают их. Это, это как бы, позиция общая, когда не замечают не только журналистов, они замечают всех остальных безобразий, которые творятся вокруг. Ну, может быть, вот то, что ты, Таня, говоришь, и есть ответом, собственно, на все, о чем говорим мы здесь. Пожалуйста, Роман Иванович. Добрий вечір. Я хотів би зазначити, що не дивлячись на те, де відбуваються будь-які правовідносини, вони повинні регулюватися виключно нормами права, і один є закон для всіх. Закон один для всіх.
Але ви знаєте, я дуже уважно слідкував за всіма висловами, за всіма позиціями і зробив висновок, що в цьому, що сталося, винувати ми всі разом. Чому? Тому що ці хлопці, які служать там, захищають нас і дають нам змогу сьогодні в мирному місці проводити таку телепередачу, вони не прилетіли з іншої планети, вони не прийшли з іншої країни, наші хлопці. Це хлопці, які вчора були в нашому мирному житті, пішли захищати. Це наші батьки, наші сини, наші діди, наші брати. І коли, мабуть, хтось чи зловживав спиртними напоями в мирному житті, ми цього не замічали. Але коли ця людина дала форму, ми почали тикати пальцями. Але, мабуть, ми все-таки повинні бути більш толерантними і зайнятися все ж таки психологічною реабілітацією цих хлопців. Тому що люди отримали дуже велику психологічну травму. Хтось більш сильніше, він з нею справився, хтось не витримав. Але ми повинні толерантно ввести і висвітлювальну інформацію. Тому що все ж таки різні є позиції, да? Різні є мотиви поведінки. Але ми повинні розуміти, що в будь-якому суспільстві є добрі і погані люди. І це не значить, що якщо людина служить і вона допускає правопорушення, то це клеймо на всіх хлопців повинно кидати. Все-таки треба не забувати, що хлопці пройшли пекло, і нам дуже легко судити про це пекло, сидячи біля екранів телевізорів. І ми повинні разом. І пам'ятаєте, як робиться психологічна реабілітація? Людину одного солдата направляють в цивільний санаторій, де він один і виходить з іншого суспільства в цивільне суспільство. От тоді буде реабілітація. Дякую, Мадан Іванович. У нас лишилося буквально півтори хвилини. Дуже коротко, Ігор Пох, і я закінчую. Два очень коротких момента. Во-первых, я хочу сказать, что не надо идеализировать советскую армию. В советской армии было столько дерьма. И пили одеколон, и брагу, и в каких-то далеких частях творилось такое, и дедовщина жуткая была. Поэтому не надо идеализировать. Всего хватало навалом. Второй момент. То, что сказал мой сосед, коллега, по поводу того, что, мол, не нужно разделять, да, можно согласиться, можно нет. Когда человек надевает форму и получает оружие, он становится не гражданским человеком, он становится опасным человеком с оружием, если он выпьет. Поэтому нужно четко разделять. Человек надел форму, все, ты не гражданский, у тебя совершенно другие обязательства и права. Игорь, спасибо большое. Я хочу зачитать, я говорю, что мы, в общем-то, по Фейсбуку постоянно находимся на связи с нашими зрителями. И вот ныне отсутствующий в студии Александр Ухмановский верен себе, и он написал очень, как мне кажется, дельный комментарий, который я считаю нужным озвучить. «Мы героически скидываемся на танки, прицелы и снайперки, в то время, когда уже нужно собирать миллионы и строить центры реабилитации, проводить переквалификацию психологов, приглашать иностранных спецов, продумывать создание предприятий для ветеранов АТО. Но на данный момент об этом только говорят, в лучшем случае. Поэтому все это говорится только тогда, когда пойдет волна преступности от бывших солдат, самоубийств и так далее. Вот тогда снова начнем собирать деньги, создавать фонды и что-то пытаться исправить. Но будет уже поздно. На данный момент только отдельные личности пытаются решить ситуацию. Например, Илья Шполянский со своей ассоциацией инвалидов АТО. Но в целом прогнозы удручающие. Необходимо признать, что мы не успеваем работать на опережение». Успеваем. Если общались с Ильей, то он должен знать, потому что вчера приезжал из генерального штаба человек. Вот, и скоро запустится определенный проект пилотный в Николаевской области. Один из пунктов – это трудоустройство на оборонные предприятия ветеранов АТО, это будет точно, вот, и решение многих социальных проблем. Потому у вас немножко устарела информация. Это все будет, там будет большой аспект. Дякую, дуже дякую, Сима Сергій, дуже дякую, що все ж таки поправили коментар Олександра Ухмановського, адже не хотілося б закінчувати на песимістичній ноті. Ваша нота набагато краща. Шановні друзі, шановні глядачі, експерти, гості, як завжди, коли тема гаряча, не вистачає часу, на жаль. Втім, я дуже хотів би, щоб ви усі розійшлися звідси, і особливо наші глядачі пішли від екранів з розумінням, аватари і армія – це різне. І саме для того, щоб ніхто не казав, дивіться, вони про них мовчать, вони про них не кажуть, вони їх покривають, саме для того ми зібрали всю сьогоднішню аудиторію і розмовляємо про ці дуже важливі, дуже болісні теми. Адже не треба казати
що їх хтось покриває, і таким чином це підтримується будь-ким державою, командуванням, будь-ким з цим бореться. Будь ласка, долучайтеся до цієї боротьби. Перестаньте продавати самогон, перестаньте продавати горілку в магазинах. Перестаньте скаржитися на те, що він купив горілку у вас в магазині, а потім з кимось подрався. Зрозумійте, армія – це суспільство, це частина суспільства. Військові, вони такі самі, як і ми усі тут. І від нас усіх залежить, якою буде наша армія. Дякую, що були з нами. На все добре.